Глава шестая. Шахматовский двор и сад. Когда мы приехали в Шахматово, дорога, идущая со стороны Подсолнечной, проходила через двор, мимо дома, именуя шахматовские владения, шла дальше, через деревню Гудина, стоящую за версту с лишним от Шахматова. Впоследствии дорогу отвели в сторону, но пока живы были наши родители, через шахматовский двор то и дело проезжали окрестные крестьяне. То на Подсолнечную, то в торговое село Рогачево, лежавшее в 12 верстах от Шахматова, а после Успенья, 15 августа, по старому стилю, когда начинался сезон деревенских свадеб, чуть не каждый день лихо проскакивали мимо нас телеги с молодыми, со свахой и поезжанами, и раздавались пьяные песни. Но это в скобках. Вся шахматовская усадьба была обнесена забором, а пашни и гумно отделялись от дороги околицей. Сад, в свою очередь, отгорожен был от двора забором, который окружал его со всех сторон. Двор, выходивший на северо-запад, имел веселый, оживленный вид. Среднюю часть его занимали две большие круглые куртины цветущих кустов, обнесенные низкой оградой из зеленых столбиков, соединенных перекладинами. В клумбах преобладал розовый шиповник. Стеной шиповника душистый встречал въезжающего двор. Возмездие. Особенно сильно разрослась там клумба, мимо которой приходилось въезжать на двор с Подсолнечной дороги. Кроме шиповника, в ней было много кустов белой таволги и корнуса. Корнус. Не знаю русского названия этого растения. У него упругие и гладкие красные стебли и довольно крупные листья яйцевидной формы. Оно цветет мелкими белыми цветами, составляющими небольшие пучки, но зелень его эффектна. Таволга была из того сорта, у которого сильно разрезанные, наподобие рябиновых, листья. Ломкие стебли и белые цветы, которые бывают очень красивы, пока они еще не распустились, и их крупные бутончики, плотно сидящие на больших красноватых ветках, напоминают зерна красноватого жемчуга. Распускаясь, эти цветы покрывают всю ветку желтовато-белым пухом и теряют всю свою прелесть. В другой куртине был особый сорт бледного и нежного шиповника, который не так заполнял всю клумбу, так что там оставались пустые места, которые мы засадили вскоре самбуком, неприхотливым растением, выпускающим из земли высокие толстые стебли с зонтиками мелких и грубых белых цветов. По краям двора расположены были службы и флигель. Прямо против большого дома стоял хлебный амбар. К нему вела от дома тропинка, протоптанная в траве между куртинами. Левее амбара, при самом въезде во двор со стороны станции, стоял флигель. Ехали мимо него и, обогнув большую куртину, сворачивали к дому. С этой стороны двор замыкался непрерывной стеной. Под углом к садовому забору шел надворный фасад так называемой «скотной избы», где жили шахматовские служащие, работники, скотницы и пастух, а дальше боковая стена скотного двора. С противоположной стороны, по другой линии двора, был ледник с двускатной тесовой крышей, а в дальнем углу, прислоненное вплотную к забору, стояло длинное здание так называемого «каретного сарая». Начну описание надворных построек с амбара. Он был очень правильной, симметричной формы, с крутой тесовой крышей красного цвета и полукруглой аркой над входной дверью. По обеим сторонам амбара были совершенно одинаковые низенькие сарайчики с покатыми крышами, сливавшимися с крышей амбара. В одном из них хранились разные инструменты и доски, в другом складывались дрова и жила летом цепная собака. Внутри амбара были крепкие дубовые закрома. Отец называл в шутку амбар пантеоном. В 70-х годах вид флигеля, считая ближайшее окружение, несколько отличался от того, как описан он мною в биографии Блока. Это был тот же самый бревенчатый домик, скрытый террасой, окруженный решеткой из прямых балясин. Крыша в то время была тесовая, красного цвета, но вокруг флигеля не было ни ограды, ни живой изгороди, только с той стороны, где был въезд во двор, флигель заслоняли кусты шиповника и сирени. Перед террасой с покатым навесом, которую мы называли галерейкой, была площадка, усыпанная песком. С этой стороны был вход во флигель. В нескольких саженях от галерейки
У ближайшей стены амбара рос огромный куст лиловой сирени с темными листьями, а поблизости от него стояла одинокая сосна оригинальной формы. Верхушка ее была сломлена бурей и росла вширь, образуя плоскую крону наподобие итальянских пиней, так хорошо знакомых по видам Неаполя. Галерейка занимала целую стену, но в ширину была не более двух аршин. В правом углу была дверь, ведущая в сени, здесь была лестница на чердак, где сушили белье в дождливую пору, и три двери. Правая вела в пристройку, служившую для известного употребления, средняя — в глубине сеней. Вела в небольшую комнату, в которой жили только в крайних случаях, так как там было сыро от слишком близко подходивших кустов. Левая дверь, тяжелая, одностворчатая, вела в жилые комнаты флигеля. Их было всего четыре с общей печкой посередине. Прямо из сеней входили в полутемную комнату с окном на галерейку. Направо от нее была комната с видом на часть двора, примыкавшую к скотной избе. Вторая половина жилого помещения, обращенная в сторону дома, состояла из двух очень светлых комнат, которые между собой сообщались. Все комнаты были маленькие и низенькие, с одним окном, дверь была только в комнате, расположенной направо от темной. Внутри флигеля не было ни обои, ни тесовой обшивки. В первый же год, если не ошибаюсь, мы обили стены флигеля ради тепла картонами и оклеили дешевенькими обоями, купленными на станции. В комнате с дверью жила первые годы наша бабушка Карелина, рядом с нею кто-нибудь из прислуги, остальные предоставлялись гостям. Скотная изба состояла из двух комнат, в меньшей, выходившей на двор, была русская печка с лежанкой. В большой было два окна в сад на солнечную сторону. Вход был со двора через длинные крытые сени, в глубине которых устроены насесты для кур. Налево из сеней была дверь в избу, направо крутая лестница, выходившая на скотный двор, окруженный сараями для скотины и высоким частоколом с воротами, которые выходили на гумно, откуда выгоняли скотину на дорогу и дальше. Последний из надворных построек — каретный сарай с тесовой крышей и воротами. Служила для экипажей разной хозяйственной утвари, в числе которой был котел для белья. В наше время там не было никаких карет, но стояла хорошая рессорная коляска с кожаным верхом и фартуком, да еще одна тележка без рессор и без верха. На гвоздях развешаны были хомуты, вожжи и прочая конская сбруя. Тут же стояли обыкновенные телеги. Сарай был очень просторный и пахло дегтем, пол был деревянный, из тесанных бревен, с покатым настилом на двор для вкатывания и выкатывания экипажей. Под высокой крышей было много ласточкиных гнезд. В первые годы шахматовского житья мы с сестрой Асей любили ходить в сарай и рассматривать разные остатки старой мебели. Большая половина сарая была обыкновенно пустая, и потому там с удобствами располагались приходившие из соседних деревень столяры и обойщики, подновлявшие нашу мебель. Особенно часто являлся черный смуглый Афанасий с густейшими курчавыми волосами, такой же бородой и круглыми черными глазищами. Мы с сестрой Асей часто заходили в сарай во время его работы и любовались на вновь обитые кресла и мягкие стулья, а самого Афанасия считали очень симпатичным и находили, что он очень похож на Олоферна. Примечание. Олоферн — библейский герой, убитый красавицей Иудифью. Все пространство двора, не занятое строениями и клумбами, было покрыто травой. В одном месте забор между домом и скотной избой вдавался в сад пологой дугой. Здесь росли два молодых серебристых тополя, а под ними стояли две длинные скамейки, на которых часто сидели мы в ожидании гостей, так как отсюда видна была подсолнечная дорога, и еще издали слышны были колокольчики подъезжавших троек. Сад. Шахматовский сад очень трудно описывать. Это было бы просто, если бы он был похож на сады многих подмосковных усадеб средней руки, которые мне приходилось видеть, а именно правильный прямоугольник перед домом с двумя аллеями по бокам, в конце его пруд, река или поле, между аллеями или открытая луговина, прорезанная посередине дорожкой, или пространство, засаженное деревьями с аллеей посередине.
Шахматовский сад имел форму неправильной вытянутой трапеции. Кроме того, в нем было множество извилистых дорожек, идущих в разных направлениях, и везде какие-то неожиданные уголки и повороты. Он был невелик, но очень своеобразен и привлекателен. Главную прелесть его составляли старые деревья разных пород, расположенные аллеями и красивыми группами, и виды, которые открывались с различных точек, а причудливая путаница дорожек придавала ему большое разнообразие. В нем не было никаких особых затей вроде фонтанов, беседок или мостиков, но это был поэтический сад старопомещичьих русских усадеб, очень тенистый, но нисколько не мрачный. Шахматово вообще отличалось веселым и уютным характером, что объясняется тем, что оно расположено на холме, а сад обращен был на юго-восток. Во многих русских усадьбах северной и средней полосы сады и парки обращены на север, что придает им или мрачный, или меланхолический вид. Наш сад окружен был забором, тонувшим в зелени, и канавой, заросшей бурьяном. Из глубины его, против лицевой стороны дома, поднимались кусты шиповника среди зарослей мелких деревьев. Снится, снова я мальчик и снова любовник, и овраг, и бурьян, и в бурьяне колючий шиповник, и вечерний туман. Сквозь цветы и листы и колючие ветки я знаю, старый дом глянет в сердце мое. Блок. Приближается звук. Из третьей книги стихов поэта. План, приложенный мною, поможет читателю разобраться в лабиринте нашего сада и даст понятие о его расположении. Сад был разбит на юго-восточном краю холма, занимаемого усадьбой. Большая лужайка А представляла собою пологий скат к линии трапеции, обозначенной цифрой 2, а лужайка В и нижняя часть Д круто спускались к линии 3. В конце лужайки Г был огород и парники, по линии 4 за огородом виднелась группа старой черемухи, а сейчас за нею начинался ряд высоких и толстых елей, доходивших до ската лужайки В. Липовая аллея, разделявшая верхнюю часть сада приблизительно пополам, составляла стержень, от которого расходились в обе стороны поперечные дорожки. По обеим сторонам балкона, под окнами, росли два громадных куста жасмина. Они красиво выделялись темной зеленью на серой окраске дома, а в пору цветения сияли белизной и благоухали под жужжание пушистых шмелей. Сноска. Точное название этого растения — филадельфус. Оно не имеет ничего общего с настоящим вьющимся жасмином, мелкие желтоватые цветы которого пахнут совсем иначе, распространяя сильный запах жасминных духов. Перед домом на площадке, усыпанной песком, было первоначально 4 цветника с дерновыми валиками. В середине круглый, по бокам его 2 закругленных, продолговатых, а впереди еще один, овальный. В первые годы мы засевали их незатейливыми цветами, вроде ярких настурций, голубых бельдежуров, анютиных глазок и так далее. Позднее стали привозить литники, сажали резиду, левкои, флоксы, вербену и прочее. Но все это выходило довольно плохо, потому что было затенено со всех сторон деревьями и кустами. К левому краю площадки подходила целая заросль розового шиповника. Направо была лужайка, в глубине которой поднималась стена бледно-лиловой сирени, которая все больше и больше наклонялась вперед по направлению к солнцу, а на краю лужайки, ближайшем к дому, росла красивая яблоня, о которой упоминалось в начале главы. В глубине площадки за цветниками начиналась липовая аллея, уходившая вправо. Липы были старые, очень густые, местами деревья расступались, давая место поперечным дорожкам. В ряду лип у выхода площадки в аллею росли 2 прекрасные сосны. Особенно хороши они были в час заката, когда стволы их принимали медно-красный оттенок. Под сенью лип на площадке ставился летом большой зеленый стол. Здесь в сухую погоду пили утренний чай, завтракали и обедали. Позади стола вплотную к стволам деревьев стояла длинная зеленая скамейка, другая такая же стояла поодаль от стола в другом направлении, под углом. За ней поднималась стена акаций, и на заднем плане
поднимались большие деревья. В этом тенистом углу у скамейки мать по целым дням варила варенье на традиционной жаровне. В темноте на треножнике ярком мать варила варенье в саду. Фет. На лужайке Г, вблизи дома, против бокового фасада, тоже было несколько цветников, но и здесь сильно мешали деревья. С этой стороны огромный тополь серебристый склонял над домом свой шатер. Блок возмездия. Этих прекрасных тополей было два. Они стояли в саду у забора, близ дома, сейчас за калиткой, которая вела во двор. Их могучие стволы с неровной серой корой, наподобие слоновой кожи, были в несколько обхватов, а длиннейшие ветки осеняли и сад, и двор, располагаясь на далекое пространство. Большинство цветников на этой лужайке мы уничтожили. Сейчас за дорожкой, которая шла под широким окном той комнаты, где жила мать, виднелась круглая куртина, засаженная розами и шиповником. Розы были простые, так называемые уксусные, обыкновенного розового цвета, и довольно растрепанные. В куртине были и более нежные, белые, с серединой телесного оттенка. Отец развел в саду прекрасные ирисы, белые нарциссы и кусты прованских роз, нежные розово-алые цветы, которых роскошно цвели среди лета. Особенно хорош был высокий куст в круглом цветнике перед окном пристройки, первоначально кухни. Он долго цвел, весь усыпанный цветами, уподобляясь библейской неопалимой купине. Нарциссы и ирисы были посажены по сторонам изогнутой дорожки, разделявшей лужайки А и Б. Нарциссы зацвели весной в мае, образуя зыбкую белую гирлянду вдоль изгибов дорожки. Их опьяняющий запах разносился по всему саду, особенно вечером, в час, когда пьянеют нарциссы и театр в закатном огне. Блок — стихи о прекрасной даме. Когда они отцветали, их высокие хрупкие стебли и узкие листья завидали, сохли и, наконец, совсем пропадали, а летом из земли поднимались жесткие остроконечные листья, между ними высокие сильные стебли, на которых расцветали пышные ирисы с их причудливой формой и затейливой пестрой окраской, темно-лиловые с желтизной, переходящие в дымчатые тона, голубые с белым, красноватые с желтым и так далее. Там и сям разбросаны были по лужайке ягодные кусты, вишневые деревья, яблони, несказанно украшавшие сад во время цветения. На перекрестках дорожек, а иногда посреди лужайки, попадались то белые розы, то клумбы белой и розовой таволги, то куртины рыжевато-красных лилий. На краю одной из дорожек была рабатка с пионами двух сортов, ярко-красных, махровых и розовых, не махровых. Во многих местах попадались одичалые турецкие гвоздики, венерины колесницы, по-народному голубки, и царские кудри. Одним из главных украшений сада была сирень трех сортов — розовато-лиловая, белая и голубоватая. Она виднелась и на дворе у флигеля, и среди сада, а главное — вдоль забора. Всего красивее был полукруг, огибавший лужайку А. Тут были высокие кусты лиловой и белой сирени, они отличались особенно сочной зеленью и почти заглушали акацию, посаженную позади них у забора. Именно эту сирень мы чаще всего рвали для букетов. Солнечная лужайка А, окаймленная полукольцом сирени, связана в моем воображении со стихами сестры Екатерины Андреевны «Сирень» «Поутру на заре», положенными на музыку Рахманиновым. Крутой короткий спуск с левого края площадки приводил к нижней дорожке. Так называли сестры Бекетовы ту аллею, которая шла вдоль забора, огибая нижнюю часть сада. Здесь живописно сплетались корни развесистых старых берез. В начале аллеи стояла простая деревянная скамейка, других и не было в Шахматове. Отсюда был виден луг за садом и чужой лес, поднимавшийся по ту сторону дороги против Шахматовского холма. Здесь дожидались мы часто восхода луны, а поздним вечером или ночью смотрели, как луна озаряла окрестности, бросала яркие пятна среди теней неровной дорожки. В конце аллеи была калитка, которую кто-то
назвал Тургеневской. Ее положение в укромном углу в части сада, удаленное от дома, действительно наводило на мысль о романтических встречах и тайных свиданиях, тем более что она неожиданно выводила в длинную неправильную аллею, которая круто спускалась к пруду, осеняемая с обеих сторон целым лесом из старых елей, сосен, ольхи и берез. Одним из любимых мест в саду был березовый круг. Так называли мы небольшую площадку в глубине сада, которую обступали кольцом очень высокие старые березы. В глубине площадки стояла полукруглая скамейка, где проводили мы целые часы, ведя между собой значительные или просто веселые разговоры. К березовому кругу можно было подойти разными путями, свернув с липовой аллеи в глубину сада. Смотри план. Последний из этих поворотов представляла собой тенистая аллея, которую мы называли кленовой, только потому, что в начале ее росли молодые кудрявые клены, под которыми стояли друг против друга скамейки. Это место было веселое, отсюда был виден огород, дом и лужайки, а за кленами шли серебристые тополя, которые были немногим моложе тех, что росли у дома, но далеко не так хороши. На лужайке же, подходившей к березовому кругу, была красивая группа берез и елей, а на свободном месте рос одинокий клен, молодой, высокий, особенно стройный. В золотом осеннем наряде он виден был издали и положительно освещал весь сад сиянием своей листвы. Не этот ли стройный клен внушил Блоку его юношеские стихи? «Я и молод, и свеж, и влюблен, я в тревоге, в тоске и в мольбе, зеленею таинственный клен, неизменно склоненный к тебе». 31 июля 1902 года. Стихи о прекрасной даме. На лужайке Д была лучшая во всем саду плакучая береза, под которой похоронили однажды мою собаку Пика. Смотри мою книгу «Александр Блок и его мать». Недалеко от этой старой березы было уютное местечко, где сестры Бекетова любили сидеть с работы или читать. Это было подобие беседки из разных деревьев, между которыми на расчищенном месте стоял небольшой стол и скамейки. Нельзя не вспомнить еще о той раскидистой рябине, которая упоминается в отроческих стихах Блока, обращенных к собаке Дианке. Но ни к пастырю в долине я не смог свой слух склонить, ни к раскидистой рябине взор умильный обратить. Эта рябина стояла у края лужайки А, близ главной площадки, и была хорошо видна из той комнаты, где жил Блок гимназистом. Рябина росла одиноко и потому особенно широко раскинула свои ветки, которые начинались так низко, что на них удобно было сидеть. С этим деревом связано много интимных воспоминаний шахматовской жизни. Мы очень любили свой сад и находили в нем тысячу радостей. Хорошо было просто гулять по саду, весело было рвать цветы, составляя бесчисленные букеты из садовых и полевых цветов. Со страстью охотились мы за белыми грибами, которых было особенно много под елками. Мы каждый день обходили грибные места, причем самой зоркой и удачливой была сестра Катя. В саду водилось множество певчих птиц, соловьи заливались около самого дома в кустах шиповника и сирени, и целые хоры их звенели из-за пруда и со стороны рощ и лесов, подходивших к нашей усадьбе. На липы солнечные летние дни любили прилетать иволги. Они оглашали сад своим звонким свистом и мелькали яркой желтизной, перелетая с одного дерева на другое. Дрозды всех сортов водились во множестве. Они трещали, свистели и прыгали по лужайкам и по деревьям. Оживленный крик дятла и стук его крепкого носа раздавался в стороне дуплистых берез. Среди лета неизменно прилетала пара горлинок, и в глубине сада раздавалось их нежное воркование. Белки водились в самом саду и приходили к нам в гости из окрестных лесов, привлекаемые еловыми шишками и кустами орешника, которого много было в саду. Часто мы, притаившись, следили за их игрой и смелыми прыжками с ветки на ветку. Заметив людей, они сердито щелкали и скрывались из виду, мелькнув пушистым хвостом среди зелени. Отсутствие охотников и уединенность места придавали смелости и зверям, и птицам. Одно лето в смородином кусте поселилась даже зайчиха с семейством. Вороны-грачей в усадьбе у нас не водилось. Иногда прилетали сороки. В
сумерки, и по ночам прилетали совы, привлеченные обилием птиц и летучих мышей. Вокруг дома летали и садились на крышу маленькие совы, издающие резкий крик вроде звука «кюй-кюй», а иногда хохотали и завывали большие совы. В лунные ночи они перелетали в саду с одной дуплистой березы на другую, и мы с сестрами прислушивались к их разнообразным крикам. Видеть их можно было только на лету или неподвижно сидящими на крыше какого-нибудь строения. Их протяжные, стенящие крики, совсем похожие на призыв человека в беде, раздавались иногда очень издалека, из глубины казенного леса, и часто пугали меня во время ночной бессонницы, но когда они приближались, я понимала свое заблуждение. Не знаю, когда было лучше в саду. Ранней весной молодая листва рисовалась на голубом небе, в прохладном воздухе пахло черемухой, купы которой белели в разных местах сада, а в сумерки виден был тонкий серп молодого месяца, трепетали бледные звезды, и соловьи заливались в кустах. Немного позднее роскошно цвела сирень, зацветали нежные вишни и яблони, а среди лета, в пору зрелости трав и сенокоса, разливался и запах роз под балконом, и сена вокруг фет. В июле вспоминали стихи Полонского в глуши, и откуда тот ветер летит, что, стряхая росу, по цветам шелестит, веет запахом липы, концами ветвей, помывая, влечет в сумрак влажных аллей. А осенью, когда сад рассвечивался золотом лип, кленов и берез, сиявших среди темной зелени елок и сосен, было, право, не хуже, чем летом. А, впрочем, осень — мое любимое время года. Я люблю, когда свежеет воздух птиц, не слышно боли, и льется тихая и ясная лазурь на отдыхающее поле Тютчев. А какие виды открывались из окон и из разных уголков сада! Направо виднелись лесные дали, налево, уже описанная мною, ширина русских сел и полей. И дверь, звенящая балкона, открылась в липы и в сирень, и в синий купол небосклона, и в лень окрестных деревень, туда, где вьется пестрым лугом дороги узкой колея, и по холмам, и по ложбинам, меж полосами светлой ржи бегут, сбегаются к авинам темно-зеленые межи, стада белеют, серебрятся далекой речки рукава. Блок возмездия. Недаром назвал Блок нашу усадьбу благоуханной глушью. Смотри его автобиографию. Мы жили очень уединенно. Даже ближайшая деревня сверхобычая оказалась очень далеко, более чем в версте расстояния, а подходившие с разных сторон леса еще усиливали впечатление глуши и обособленности нашего летнего приюта. Глава 7. За чертой усадьбы. Пруд и долина на полях. В первый же день водворения в Шахматове мы обошли все уголки сада. Пройдя по нижней дороге, смотри сад, страница 422, мы открыли калитку, которая ее замыкала, и перед нами открылся неожиданный вид. За калиткой оказалась неправильная узкая аллея, которая круто спускалась вниз среди зарослей сосен, елей, берез и кустов. Она вела к пруду и кончалась у обрыва, переходившего в луг, который шел до самой воды. В конце аллеи была скамейка, с которой открывался вид на пруд, и видна была шедшая по левому краю его плотина, заросшая травой и кустами. За плотиной поднимались большие деревья. Ниже и левее их, у лужайки, виднелась группа толстейших елей, а еще левее — заросль ольшаника. В тени этих деревьев был проход на дорогу, которая шла к колодцу. За прудом поднималась так называемая Малиновая гора, поросшая лесом, за которой кончались в правой стороне наши владения, примыкавшие с того края к казенному лесу Праслова. В пору нашего водворения в Шахматове пруд был невелик, а по рассказам старожилов, по нему когда-то ходили лодки, и в одном месте был островок.
Он обмелел после того, как срубили сосновый бор, покрывавший малиновую гору, о присутствии которого в старину свидетельствовали огромные пни, торчавшие у самой реки. Теперь же поднималась на месте бора чаще совсем молодого лиственного леса, перемешанного с елями, а пруд неудержимо мелел с каждым годом. Плотина была сделана в широкой его части, там, где выливался из него ручей, шедший издалека со стороны Праслова, но во время половодья плотину всегда прорывало. Мы несколько раз ее чинили, но безуспешно, и, наконец, бросили это бесплодное занятие. В первые годы нашего шахматовского житья еще можно было купаться в пруду, и в нем водились караси. В последние пруд усох наполовину, но в пору весеннего половодья, когда он наполнялся, а ручей вздувался, образуя целые водопады, уже из сада был слышен гармоничный шум бегущей воды. Летом ручей тихонько бежал по песчаному ложу, пробираясь по камушкам, а около его прозрачных вод свели в изобилии незабудки. Стражилы говорили, что именно из того соснового бора, что сведен был с Малиновой горы и построен был, помнится, Богенгартом, тот шахматовский дом, в котором мы жили. Пруд лежал в глубокой долине, по одному краю которого бежал ручей, осеняемый столетними елями и березами. С этой стороны поднималась Малиновая гора, а с другой — крутой склон Шахматовского холма, поросший могучим еловым лесом. Правее пруда долина становилась все уже и уже, и постепенно зарастала чаще молодого ольшаника. В одном месте, где склон был менее крут, еловый лес расступался, давая место лужайке, по которой велась тропинка, шедшая вверх и приводившая к большому лугу, о котором будет сказано ниже. Несколько кудрявых дубов и берез, росших в полугоре близ тропинки, отмечали это место, выделяясь на темной зелени елок. Колодец. Совсем другой вид был за нижней дорожкой. С этой стороны Шахматовский холм спускался вниз большой луговиной. Наверху холма, поблизости от нижней калитки, разбросано было несколько сосен, а дальше, до самого низа, шел цветистый луг, где в год нашего прибытия в Шахматово виднелись чуть заметные березовые кустики. Впоследствии из этих кустиков выросла целая роща, что и видно на снимке, сделанном в 1894 году, то есть через 19 лет после покупки Шахматова. По крутому спуску этого холма мы с сестрой Асей, тогда еще девочки, очень любили кататься. Мы ложились на траву параллельно забору и скатывались вниз, до самой дороги, который был расположен левее пруда, на краю небольшой лужайки поблизости от ручья. К этому месту выходила одна из дорожек, спускавшихся с Малиновой горы. Колодец представлял собой родник, обделанный в сруб с деревянной крышкой. За ним поднималась чаще молодого ольшаника. Близ ручья и на лугу виднелись зеленые заросли царицы лугов или донника. Ее желтовато-белые метелки на высоких стеблях с темной зеленью издавали сладкий и пряный запах, а у ручья цвели незабудки. По ту сторону начинались вскоре чужие владения. Отдаленность от дома колодца и трудность подъема в гору на обратном пути с тяжелой бочкой воды представляла большое неудобство. Не раз принимались мы рыть колодец в других местах, но из этого ничего не вышло. С нижней дорожки сада, еще лучше с той скамейки, которая стояла у забора сейчас за садом, была хорошо видна дорога к колодцу, и слышно было поскрипывание колес. Старый работник Гаврила, нанятый, помнится, в год нашего водворения в Шахматово, все еще жил у нас, когда мальчику Блоку было лет 5. Фигура Гаврилы в синей рубашке, шагавшая за лошадью, которая везла водяную бочку, то и дело виднелась на дороге. И маленький Саша, который считал Гаврилу очень важным лицом, называл эту дорогу Гаврилиной. Название это осталось за ней до конца нашего шахматовского жития. Набрав воды в колодце, Гаврила потихоньку отправлялся обратно и, обогнув холм, въезжал на собакин двор, как всерьез называл наш двор маленький Саша Блок, считая, что самое интересное на дворе — это собаки, жившие там в разных закоулках у амбара. Соседи. На границе нашей усадьбы, там, где выбегают в поле Гудинская дорога, росло несколько старых берез. На зеленом пригорке под садом около пограничных берез любила сидеть наша прислуга за чаепитием или кофеем с песнями и разговорами.
Сюда же приходили по вечерам гудинские ребята побалагурить и поухаживать за девушками. Направо от дороги шли цветистые луга соседнего имения. Шагов за 300 от нас дорога разветвлялась и сворачивала вправо, к помещичьей усадьбе, земля которой подходила вплотную к Шахматовской. От нас видна была только группа старых лип, заросль ольхи и березы, да какой-то сарай. Отсюда и начиналась усадьба чья-то и ничья, упоминаемое в «Возмездии». Выражение это не только поэтично, но и буквально верно, так как за время нашего жития в Шахматове владельцы усадьбы менялись 3 раза, а бывали периоды, когда она стояла заброшенной, и там никто не жил. Имение это называлось Никольское. Когда мы приехали, оно принадлежало помещицам Трегубовым. Гуляя по соседнему лесу, который виден был с Гаврилиной дороги, мы с сестрой Асей встречали иногда 2 старушек в темных ситцевых платьях, но знакомство с Трегубовыми наша семья не водила, так как новых связей в деревне мы вообще не заводили, находя, что их довольны и в городе. Имение Трегубовых, по словам старожилов, составляло когда-то 3-ю часть большого поместья, принадлежавшего одному и тому же владельцу, фамилия которого, если не ошибаюсь, была Богенгард. Кроме Никольского, было еще верхнее и нижнее Шахматово. Верхнее — наше, а нижнее подходило к нашей земле с другой стороны. Усадьба была поблизости от реки Лутосни, на низком месте близ деревни Осинки. Эти 3 имения были, как мне говорили, даны в приданное 3 дочерям. Самое маленькое было нижнее Шахматово, 60 десятин земли, которым владел в наше время купец Зарайский, а потом его наследники, дочь и зять Анкудимов. Мы там никогда не бывали. В Никольском бывали в то время, когда там никто не жил. Один только раз мы с матерью посетили помещицу Портнову, которая была купеческого звания. В имении был живописный спуск в сторону Гудина. Под горой с другой стороны протекал ручей, а самая усадьба много уступала нашей. Там был небольшой сад, состоявший из одних елок, и длинный одноэтажный дом, перед которым виднелся цветник, где разведены были розовые пионы и еще какие-то многочисленные цветы. Все вместе было как-то неуютно и мрачно, но луга и лес были прекрасны. Наш сад был разбит, вероятно, Богенгартом. После него, если не ошибаюсь, имение перешло в руки купца Толченого, чьим именем называлось то поле, выходившее на подсолнечную дорогу, где паслось наше стадо, но почему именно ему присвоено было это название, я не знаю. Орешник. Сейчас за двором в стороне Гудина начиналась налево от дороги большая лужайка, в конце которой была роща под названием Маршешников лес. У самой дороги был чисто еловый лес. У подножия толстых развесистых елей виднелись маховики и плеши, засыпанные хвоей. Под елками у дороги и у забора, замыкавшего рощу на границе владения Зарайского, находили мы в конце лета и осенью 100 белых грибов. Дальше от дороги ели попадались все реже. Здесь росли главным образом березы и осины, а на опушке, огибавшей луг под прямым углом от линии елок, была густая заросль орешника. Мы начали осмотр леса с этой опушки. Высокие кусты густого орешника сразу бросились нам в глаза. Тут же нашли мы впервые ландыши. Под этим впечатлением мы с сестрами, а за нами и родители, стали называть эту рощу орешником. Тем более, что мы еще не знали тогда ее настоящего названия. В дальнем конце рощи был одинокий дуб, очень толстый, кучерявый и свежий, который рос у самой опушки. Дорога, шедшая со стороны Гудина, пересекала двор и выходила с другого конца, в сторону станции. Налево от нее, сейчас за двором, виднелся обширный луг. Это было так называемое гумно, по 2 сторонам которого, под углом к дороге, шли хозяйственные постройки. По линии, ближайшей к двору, видна была задняя стена скотного двора, конюшня и небольшая баня. На другой стоял ряд сараев. Ближе к дороге большая рига, в которой держали сено, а впоследствии молотили рожь и овес, затем небольшой сарай и овин с током для молотьбы. В глубине гумна поднимались, стоя рядом посреди луга, 2 большие стройные ели, под которыми стояла скамейка. Гумно было красивое место.
За уютной банькой виднелась группа одичавших яблонь и вишен, которые росли в углу сада за огородом. Две сторожевые ели были так велики и обособлены среди луга, что по ним за много верст можно было узнать шахматовскую усадьбу с той стороны. Луг шел и дальше. За скамейкой он понижался к тому месту, где были дубы и тропинка, смотри выше. Левее гумна он тянулся за садом, постепенно переходя в чащу больших деревьев, сливавшихся с еловой рощей, которая спускалась по склону крутого холма в долину пруда. Слева лужайка упиралась в ту заросль, среди которой шла аллея, приводившая к пруду. На гумно выходили ворота скотного двора, через которые выпускали скот на дорогу и дальше на пастбище. По обеим сторонам дороги шла околица, которая отгораживала гумно, поле, луг за двором и пашни, которые занимали пространство в несколько десятин направо и налево от дороги. По выходе со двора направо росли за околицей несколько старых черемух и елей. Сюда примыкало поле, расположенное за флигелем, амбаром и остальной частью двора, и доходившее до опушки орешника по той его линии, где рос одинокий дуб. Большая часть этого поля была под картофелем, а сейчас за амбаром виднелись клубничные гряды, обнесенные частым плетнем с калиткой. За этим полем начиналась большая лужайка, которая доходила до самой пашни, немного отступая, от которой шел ряд высоких елей, посаженных, вероятно, с целью защитить это место от северо-западных ветров. Еловая роща, спускавшаяся по склону холма в долину, кончалась приблизительно против того места, где начиналось Праслово. Здесь скат был значительно ниже и менее крут. По плоскогорию, постепенно идущему вверх по обеим сторонам дороги, и были расположены пашни. Со стороны долины к ним примыкали лужайки, которым то отступая, то приближаясь, подходил частый еловый лес. Он был гораздо моложе рощи над прудом и несравненно ниже по качеству. Когда мы выдворились в Шахматове, он был еще молодой. На самом дальнем его участке, за последней пашней на пригорке, была поляна, среди которой стояла одна высокая елка, а молодой ельник перед ней расступался так, что с этого места открывался далекий вид за пределами Шахматова. Наша усадьба видна была с задней стороны, за пашнями виднелись сараи, а из-за них торчали верхушки двух больших елок, что росли на гумне. Этот вид не раз рисовал впоследствии Блок. Правее поляны и дальше за нею еловый лес начинал мешаться с ольхой и березой. Он доходил до самой дороги на правой стороне, который был тоже небольшой участок нашего леса. В этом месте дорога была ужасная, и приходилось ехать шагом. Экипаж переваливался сбоку на бок, попадая то в одну, то в другую глубокую колею. Ветки деревьев хлестали по лицу так, что приходилось отстранять их руками. Но это продолжалось не больше 10 минут, после чего лошади выезжали на открытое место. Приблизительно посредине той части дороги, которая шла по открытому пространству до леса, стояла у дороги скамейка, с которой открывался перед лицом сидящих вид на лесные дали. С другой стороны виднелись дальние деревни, раскинутые на высоких холмах, а на самом горизонте, на западе, Бобловский лес. Этот горизонт с зубчатым лесом зарисован был Блоком в 1899 году с пометкой 4 июня с горки и с вопросительным знаком, как бы ставящим под сомнение, действительно ли этот лес, замыкающий горизонт, есть Бобловский, то есть Менделеевский, лес, вблизи которого жила в своем терему она, властительница всех его дум в те отдаленные годы. Сноска. Так называли мы это высокое место, где любили сидеть, особенно по вечерам, на закате. Конечно, не раз сидел на этой скамейке одинокий поэт и, всматриваясь в горизонт, сочинял приводимые ниже строки стихов о прекрасной даме. Там, над горой твоей высокой, зубчатой простирался лес, на дальнем золоте заката стоял стеной зубчатый лес. Ты горишь над высокой горою, неподвижно в своем терему. Примечание. Второе двустишие — неточная цитата из стихотворения Бекетовой Екатерины. Итак, на дороге стояла скамейка.
С этого места хорошо было следить за экипажем, отъезжающим на Подсолнечную. Сначала видно было, как он въезжает в лес, постепенно пропадая из глаз в лесной чаще. Немного погодя, он опять появлялся на открытом месте за лесом и сворачивал влево. 3-4 секунды его еще было видно, потом он окончательно исчезал из виду, но долго еще слышался звон колокольчика. Еще лучше было ждать приезда близких или гостей, сидя на той же скамейке. Долго, бывало, сидим мы молча и напрягаем слух. И вот звякнул вдали колокольчик. Едут, едут. Немного погодя, видно уже, как из лесу показывается морда коренника с дугой, под которой болтается колокольчик, а затем и вся тройка, которая спускается в небольшую впадину и затем быстро въезжает на наш пригорок. Тут мы уже срываемся с места и бежим к дому, чтобы встретить там долгожданных гостей. Прогулки за пределами Шахматова. Излюбленным местом прогулок поблизости от усадьбы был казенный лес Праслова, куда отправились мы в первые дни по приезде. Туда можно было пройти двумя путями. Дорожка, шедшая от колодца на Малиновую гору, приводила через лесную заросль к границе наших владений. Один лес переходил в другой. В первые годы нашего пребывания в Шахматове легко было заметить, где кончается Малиновая гора и начинается Праслова, потому что Малиновая гора представлял собой чащу высоких кустов вперемешку с лужайками, а Прасловский лес был старый. Мы предпочитали другой путь по нашей долине, мимо ручья, по лужайкам. Прасловские ели стояли высокой стеной, а перед ними стлался ровный зеленый луг, упиравшийся в травянистые скаты Шахматовского холма. Вскоре нашли мы удобный проход из долины в Праслово. Тут было уютное местечко, которое мы сразу заметили. Чуть отступая от леса, лежал у ручья большой серый камень плоской формы, на котором могло усесться несколько человек. У меня сохранился рисунок, пером сделанный отцом, изображающий камень со всем, что его окружает, и самого отца, сидящего на камне, и собаку Буяна. У камня стояли громадные развесистые ели, нижние ветки которых лежали на маховинах. Под ними мы поздним летом неизменно находили несколько великолепных белых грибов. Пройти в лес не всегда было удобно по причине болотистой почвы, но в сухое время мы проходили легко и попадали на лесную дорогу. Здесь было темно и прохладно, хвоя засыпала все пространство между деревьями, травы почти не было, но в одном месте мы набрели на ландыши. Они были здесь не такие, как в Орешнике. Там водились низкорослые, с круглыми цветами и светлой листвой, здесь же были высокие, с удлиненными цветами и темной листвой. Описанная мною дорожка в первый же раз привела нас на широкую поляну, где мы всегда сидели на поваленных деревьях и пнях. Она заросла густой цветистой травой, вокруг нее по опушке стояли вперемешку с елями высокие кудрявые осины такой толщины, каких я не видала в других лесах нашей округи. В Праслове вообще были редкие по высоте и силе деревья. Мы очень полюбили эту веселую и залитую солнцем поляну, выводившую на просторы, на свет из таинственного и молчаливого сумрака леса. Здесь было много цветов и певчих птиц, между тем, как в еловой гуще водились только совы, ястребы и другие хищники. От этой поляны шло множество лесных дорог, выводивших на Подсолнечную дорогу и в другие места. Лес тянулся на много верст, и в нем легко было заблудиться. Впоследствии мы узнали многие из этих путей. И еще одно место, где рос на поляне одинокий ясень. Большая редкость в Московской губернии, где морозы не дают развиваться этому дереву, так часто встречающемуся в Ленинградской губернии и в самом Ленинграде. Малиновая гора хорошела на наших глазах по мере вырастания леса. В какие-нибудь 10 лет она превратилась в густой смешанный лес, где преобладала береза и было много крушины, орешника и так далее. Она тоже была изрезана лесными дорогами. Скоро изучили мы все ее поляны, заповедные грибные места и так далее. На одной из сыроватых полян Праслова свели по веснам толпы высоких купальниц. Очевидно, именно это место, где попадались там и сям обросшие мохом упавшие деревья, навело впоследствии Блока на мысль об его стихотворении «Золотистые лица купальниц». Второй том «Твари весенние». Глава 8.
тетя Соня. Чуть ли не первой, кто приехал к нам в Шахматово, была знаменитая тетя Соня, известная под этим именем не только в широком кругу родных, но и знакомых. Это была старшая сестра нашей матери, Софья Григорьевна Карелина, единственная незамужняя из семьи Карелиных. В молодости она была некрасива. Рыжеватые гладкие волосы, бесцветные глаза, длинное лицо с выдающимся подбородком и худощавая фигура, которой очень не шли тогдашние моды, с обтянутым лифом и кринолином. Но в старости она пополнела, черты лица ее смягчились, волосы стали белы, как снег, а лицо приобрело такое милое выражение, что никому и в голову не приходило, что оно когда-нибудь могло быть неприятно. Все, знавшие ее только в старости, были уверены, что она была в молодости очень красива. Высокий рост придавал ей известную величавость, маленькие красивые формы руки и ноги говорили о породе. Часто бывает, что некрасивые, но добрые люди, проведшие очень хорошую чистую жизнь, к старости хорошеют. Так случилось и с тетей Соней. Она всегда была очень добра, но в молодые и взрелые годы у нее был тяжелый характер, который еще обострился под влиянием неудачных романов и неуспехов в жизни. Сестры ее одна за другой вышли замуж и разъехались по России. Она же осталась одна в деревне с матерью и хозяйственными заботами. Правда, мать она обожала, а деревню любила, не прочь была и от хозяйственных забот, но по зимам тосковала в своем углу. А бывали тяжелые годины, когда мать уезжала, и она оставалась в своем Трубицыне одна-денешенька. Тетя Соня была одних лет с моим отцом, следовательно, в год покупки Шахматова ей было 50 лет. В то время она приобрела уже свой прекрасный старческий облик, при этом пользовалась хорошим здоровьем, прямо держалась, быстро ходила, голос у нее был звонкий, зубы белые. Мы встречали ее всегда очень радостно. Она часто приезжала на своих лошадях прямо из Трубицына, которое было за 70 верст от Шахматова в соседнем Дмитровском уезде. Вид у нее был старомодный, как и весь ее склад и понятия. Некоторые стародевические слабости не мешали ей быть бесконечно милой и симпатичной. Сняв свою старую шляпу и тальму, то и другое таких фасонов, каких давно никто уже не носит, она начинала весело болтать и в то же время ласково со всеми здороваться. Ее преобладающей чертой была бесконечная доброта и доверчивость. Все у нее были хороши, красивы и милы. Почувствовав симпатию к новому человеку, она в ту же минуту наделяла его прекрасными качествами, которых часто у него не водилось, и оставалась в уверенности, что он очень ее полюбил. При этом она отличалась жизнерадостностью, из всего на свете делала праздник и часто приходила в восторг. Разумеется, Шахматова ей очень понравилось. Она мигом все осмотрела и нашла, что все у нас прекрасно. Она очень радовалась, что мои бикеточки, как она с нежностью нас называла, приобрели такое хорошее имение. Ко всякой домашней работе она с радостью спешила присоединиться. Если она заставала, например, своих племянниц за чисткой апельсинов для компота к обеду, она немедленно восклицала: «Апельсины чистить? Ах, как весело! Давайте я буду с вами!» Как все Карелины, она обладала даром слова и юмором, но чаще других сестер пересыпала свою речь французскими словечками и фразами. В таких случаях, когда прекрасно можно было сказать то же самое по-русски, часто буквально переводя русское выражение совсем не в духе французского языка, это была одна из ее слабостей, которая ничуть не мешала ее милому облику. Любовь свою распространяла она на всех, но особенно любила маленьких детей. Когда мы ходили с ней гулять в Гудино, она разговаривала со всеми бабами, причем делала нам в сторону замечания на французском языке в таком роде: «Mais il y a deux jolies femmes ici». А вот две красавицы. А если завидит на руках ребенка, сейчас его подхватит, начнет ласкать, подбрасывать и петь ему какую-то веселую песенку, вроде следующей: «И шумит, и гудит, словно ветер идет», и так далее. Ее везде любили за ласковость, доброту и веселость. Прислуга сразу начинала чувствовать к ней симпатию. Молодежь к ней всегда льнула, потому что она сама ее любила и входила в ее интересы. Кроме того, она рассказывала массу интересного из времен своей молодости. А знакома она была с такими людьми, как Боротынские, Дельвиги, Аксаковы, Чичерины, а позднее и Тютчевы.
Немного слишком любила она царскую фамилию, титулы и прочее в таком роде, но все это выражалось совершенно наивно и пропадало в избытке ее прекрасных качеств. Она была не только исключительно добра и щедра, но еще и в высшей степени независима и благородна. Получая после отца какую-то ничтожную пенсию, вроде 13 рублей в месяц, она жила на доходы с имения. Трубицына было значительно больше Шахматова, в нем насчитывалось десятин 300. В имении был хороший строевой лес и пойменные луга, жить можно было, не делая долгов, но тетя Соня не умела соблюдать экономию. Не то чтобы она роскошно жила или наряжалась, нет, обиход ее был скромен, простой, хотя и не грубый, стол очень умеренный, так как ела она очень мало, простые платья, шитые или своими руками, или у дешевой портнихи. Держала она то одного, то двух работников, скотницу и трехрублевую бабу для домашних услуг. Лошадей и коров бывало и несколько, 6 баранов, да десятка 2 кур, гусей и уток, вот и все ее хозяйство. Не очень аккуратно платя жалования, она много тратила на подарки. Поедет, бывало, в Москву за пенсией и навезет всяких обнов, ситца, платков, табаку и так далее. Она охотно раздаривала и то, что было у нее в доме. Получит, например, в подарок от богатых соседей старый, ненужный им тарантас, а сама снимет со стены одну из копий в золотой раме с известной картины, нарочно заказанной когда-то хорошему художнику, и пошлет с обратным. Мать моя каждый год посылала ей из Шахматова то мешок овса или ржи на посев, то мешок картофеля. Тетя Соня примет дар с благодарностью, напишет милое письмо. «Спасибо, друг Лиза, уже как ты меня разодолжила» и так далее. А там, смотришь, в один прекрасный вечер показывается на дороге телега, а поверх ее торчат какие-то непонятные предметы. Оказывается, эта тетя Соня прислала нам со своим работником живого гуся и живую индюшку к именинам нашей матери 5 сентября по старому стилю. Помню, что гуся этого долго держали, должно быть, откармливали. Ему было, вероятно, очень скучно одному, и он частенько отправлялся гулять по Гудинской дороге, очевидно, ища подругу. У нас жила тогда кухарка Устинья, ловкая костромская баба приятного вида, которая обожала этого гуся. «Красавец ты мой!» — говорила она ему, высунувшись из окна кухни, под которым он гоготал, ожидая подачки. А когда он уходил, отправлялась его искать и сама приводила его обратно. В другой раз тетя Соня приехала прямо из Трубицына в тележке, к которой привязан был сзади молодой доморощенный конек, роскошный подарок специально для верховой езды одного из моих племянников. Помню, как тетя Соня, легко соскочив с тележки, достала из-под сиденья хлеба и стала сейчас же кормить им конька. Так-то отдаривала она натурой за полезные дары моей матери. Но деньги водились у нее редко. Время от времени сводила она какой-нибудь лес и на полученные деньги платила запущенные налоги, жалования прислуги и прочее. У нее было много друзей, которые все ее очень любили, и время от времени она ездила то в знаменитую Мару, имение Боротынских в Тамбовской губернии, о котором потом рассказывала преувеличенные чудеса, то в Перемухино, к Бакуниным и так далее. Она была очень общительна и всякому развлечению радовалась, как дитя. Не обладая блестящими способностями моей матери, она была все же очень и очень приятной собеседницей. Ее живость, умение рассказывать и запас интересных воспоминаний делали ее разговор очень привлекательным. Доброта ее проявлялась в очень серьезных случаях. Так, если нужно было походить за трудной больной, друзья и родные часто поручали ей это дело, и она, бросив все свои дела, уезжала в Москву и по целым месяцам выносила причуды своей душевнобольной племянницы или трудный характер морфинистки, оставленной на ее попечение родственниками больной. Если какая-нибудь бедная родственница оказывалась лишенной последних средств, ее брала к себе на иждивение именно тетя Соня. Случалось ей и поворчать на свою жилицу, и даже ее обидеть, но кров и пищу давала ей все же она, а не другие родные. У нее вечно жили какие-то старушки, которым некуда было деться, а то вдруг явится из провинции друг детства, без места, в дырявом платье и без копейки в кармане, и по ее приглашению живет у нее подолгу в ожидании места, которое должно свалиться ему с неба, пока он благодушествует на ее харчах. Из ее писем к бабушке Блока Бекетовой видно, что наша мать
тоже немало помогла тете Соне в ее заботах об этом беспутном Мите, у которого было даже где-то разоренное имение. Она присылала тете Соне для него то деньги, то старое платье. С добродушным юмором описывала тетя Соня, как принимал заботы о нем беззаботный друг детства. 2 июля 1899 года Трубицына была весело встречена своими сожителями по возвращении из Шахматова. Митя очень доволен Макферланом, то есть разлетайкой моего отца, а сюртучок маловат, но нашли большие запасы, дело поправимое. Он, впрочем, ни за что не благодарил, но, сказав это, пожалуй, что очень кстати, надел и ушел гулять. Потом портной принес отлично сшитое все новое платье, повторилось тоже, нарядился, показался и спереди, и сзади, и ушел. Съездил к Троице, к Фоминскому, муж, хороший знакомый сестер Карелиных. Тот, по крайней доброте своей, взялся обо всем хлопотать за три звездочки и землю ему продавать и место приискивать, а наш Митя снова преисполнился высокомерных надежд и мечтаний, предоставив все Фоминскому, а сам растянулся на зеленом оттамане и с утра до ночи читает Эберса, Уарду, кушает, гуляет и почивает после обеда 3 часа сряду, вечером играет в преферанс с Пелагеей Лукинишной, другая иждивенка, и знать ничего не хочет. В Москве брать место в губернском правлении, кажется, раздумал, ибо диваны мягки. В окна пахнут розы, кушанье в известные часы готово, а он в лёжке чуть ли не сутки напролёт и в ус не дует, и так далее. Но сшить все новое старому другу и продолжать его содержать тетя Соня могла, конечно, только благодаря щедрому дару нашей матери, который пишет в письме от 7 июля того же года. 25 рублей твои, благодетельная фея, получила. Безмерно благодарю». Бабушка Блока, которая с 1890 года много работала в журнале «Вестник иностранной литературы», пользовалась всяким случаем, чтобы из своего заработка помочь и тете Соне, и той бедной родственнице, которая у нее жила, посылая то и небольшое, но ежемесячное пособие. Живя в своем Трубицыне, тетя Соня коротала долгую зиму чтением и шитьем. Тут тоже помогала наша мать. Она подписывалась для нее на журнал «Вестник иностранной литературы» и дарила ей бесчисленные приложения к этому изданию. Зимой тете Соне часто приходилось туго. Ее одолевало безденежье, которое особенно чувствовалось при вечных ее постояльцах. В таких случаях она продавала обыкновенно какую-нибудь лишнюю лошадь и кое-как справлялась. А нередко и тут выручала ее щедрая сестра. То пошлет ей ящик провизии, то просто денег. Нелегко жилось тете Соне зимой, особенно с тех пор, как умерла ее мать, и она взяла к себе бедную родственницу, которая была ей очень не по душе. Но с наступлением весны она совсем оживала и писала нашей матери письма, полные самых восторженных изъявлений радости по поводу расцвета природы и своего благополучия. «У меня просто рай теперь, куда ни взглянешь», — пишет она 7 мая 1899 года. «Сад выметен чисто, огород посажен, крупные кисти черемухи, зеленый лист всюду, благоухание чистейшего воздуха и веселые лица нарядного народа в нынешний год, сытого и довольного. Все пашем, сеем. У меня вчера 2 прелестных жеребеночка родились, и как это все весело, мудро и даже красиво в природе устроено. И дальше. Я здорова и очень деятельна снова, и 24 часов мне мало на мое милое хозяйство, очень интересное и в большом порядке содержанное, несмотря на малые средства. Хозяйство ее само не так уж хорошо, как ей казалось при ее розовом взгляде на вещи, но она его действительно очень любила, и не в пример нашей матери проводила целые дни в полях и в лесу, сама наблюдая за полевыми работами. У нее было много лугов, и она за право пасти у ней стадо крестьянам соседней деревни Якшина очень дешево, с небольшим числом подсобных поденщиц, снимала и убирала свой сенокос, вывозила навоз и так далее. С крестьянами она была в наилучших отношениях, чему способствовало и обхождение ее, и доброта, а также то, что она многих лечила. Один раз она спасла от смерти мужика, которого пырнула рогом корова. За ней
приехали вечером зимой из небольшой деревни, и она, захватив с собой нужные инструменты и материал, села в дровни и сейчас же отправилась куда следовало, а на месте храбро зашила мужику живот и спасла его. Случалось ей и детей принимать у баб, и мало ли еще что. Расскажу еще один случай из ее жизни, очень для нее характерный, и тем закончу свой рассказ о тете Соне. Однажды зимой в лесную сторожку, находившуюся недалеко от Трубицына, зашел прохожий, который попросился ночевать. Самого сторожа не было дома, а приняла прохожего его жена, которая жила в лесу, с целой охапкой детей. Мужика накормили и положили спать, а ночью он зарубил топором всю семью из-за несчастного двугривенного, с которым и скрылся. Пока не приехал следователь, крестьяне ходили смотреть на убитых, и вот на второй день после убийства к тете Соне пришел знакомый мальчик из соседней деревни, который рассказал тете Соне, что одна из девочек, зарубленных мужиком, как будто жива, один глазок смотрит. Тетя Соня немедленно снарядила дровни, взяла с собой лишнюю теплую одежду и отправилась в сторожку. Она взяла девочку и, укутав ее, свезла домой, а там отогрела ее горячими бутылками и убедилась, что она в самом деле жива. Рана на голове была не смертельна и благодаря морозу не загноилась. Тетя Соня выходила девочку и взяла ее на воспитание. Этой Маше было тогда года 4. Тетя Соня выучила ее впоследствии грамоте и сделала из нее горничную. Маша не отличалась ни красотой, ни особым умом или бойкостью. Когда она выросла, к ней присватался костромской плотник Дмитрий, который работал с артелью над какой-то постройкой у тети Сони. Тетя Соня в своей сентиментальной наивности вообразила, что между Машей и Дмитрием завязался роман, но никакой любви тут не было. Маша была непривлекательной и ничем не взяла, просто ловкий костромич рассчитывал на то, что добрая и простая барыня не оставит своими милостями ни его, ни свою воспитанницу, и не ошибся. Тетя Соня сыграла свадьбу на свой счет, сделала Маше приданное и устроила молодым спальню в амбаре, обив стены розовым коленкором. Мать наша, трунившая над этой романтической затеей, говорила нам, что, наверное, тетя Соня приготовила для молодых в виде угощения вымя с незабудками. Как бы то ни было, молодые зажили в розовом амбаре, а немного погодя на клочке земли в несколько десятин, которые тетя Соня подарила Дмитрию, он построил там дом из ее леса, оградил свое владение забором и завел свое хозяйство. Нрав у него оказался крутой. Он жестоко бил жену, но когда родился первый сын Ларион, тетя Соня взяла его к себе и с упоением нянчила, несмотря на протесты отца. Она баловала этого Ларю до последней степени, не расставаясь с ним ни на миг. Однажды, глядя на это неразумное баловство, одна из гостивших у нее более трезвых родственниц спросила у нее по-французски «Que veux-tu en faire?» — «Что ты хочешь из него сделать?» «Да плотника», — отвечала в полной наивности тетя Соня, не подозревая, до чего ее воспитание не подходит к этому назначению. Мальчик послужил яблоком раздора между тетей Соней и Дмитрием. Отец, естественно, желавший сам воспитать своего наследника и будущего помощника, косился на кулаках и стал во всеуслышание грозить, что убьет Софью Григорьевну. Она подала на него в суд, и его, кажется, удалили. Конца этой истории я не помню, но знаю, что кроме Лари были и другие дети. Ларю тетя Соня отдала в учение, и из него вышел довольно плохой щеточник. Впоследствии тетя Соня его женила, и он стал ее соседом, так как отец его, кажется, вскоре умер. Все это показывает, что тетя Соня была более добра, чем практична и разумна, но облик ее был очень цельный и глубоко симпатичный по своей непосредственности, бесконечно доброй жизнерадостности и доброте. У нее был, что называется, легкий характер, то есть она ни над чем особенно не задумывалась и принимала жизнь, как она есть, легко радуясь и терпеливо перенося невзгоды. Мне придется не раз еще вспоминать о ней в течение этой книги. Глава 9. Мамаечка. Прабабушка Блока, Александра Николаевна Карелина, которую звали в семье Мамаечка, гостила у нас в Шахматове много раз, приезжая на целое лето. Большую часть дня она проводила у себя во флигеле за каким-нибудь рукоделием и за чтением журнала «Revue des deux mondes» — «Обозрение старого и нового света».
Она читала и перечитывала преимущественно путешествия и статьи по истории. Утром бабушка пила у себя в комнате кофе с топлеными сливками и необыкновенно вкусными московскими сухарями, густо посыпанными крупным сахаром, а, являясь в большой дом к завтраку или к обеду, часто говорила: «Ну, братцы, какой я вчера интересный увраж прочитала!» И затем сообщала нам вкратце содержание увража. При появлении мамаечки все шли к ней навстречу здороваться. Отец почтительно целовал ей ручку и говорил ей «вы». Они были большие друзья. Мамаечка была худощавая брюнетка среднего роста с орлиным носом и карими глазами. Говорила по-русски очень правильно и хорошо, но по временам вставляла в свою речь фразы на прекрасном французском языке. Ходила она в неизменном черном шерстяном платье с пелериной, очень простого покроя, и в белом кисейном чепце с плаеными оборочками, и всегда носила с собой монокль в золотой оправе на золотой цепочке. Работала она в очках, но когда хотела что-нибудь рассмотреть, брала монокль, висевший на пуговке. В холодную погоду надевала она черную кофту из пухлого плюша, которую ее внуки называли в детстве полканкой, находя, что она похожа на шерсть дворовой собаки-полканки. В кармане у бабушки всегда была золотая табакерка с римской мозаикой на крышке. Она до конца жизни нюхала табак, но делала это очень аккуратно и вообще была очень опрятна. История бабушки Александры Николаевны такова. Она была дочь гвардейского офицера Семенова, родилась в Оренбурге. Мать ее, рожденная Плотникова, была женщина умная, но знала только грамоту. Желая дать своей единственной дочери хорошее образование, она отвезла ее в Петербург и отдала в лучший пансион для благородных девиц мадам Шредер, где преподавали, между прочим, такие учителя, как Плетнев и Греч. Там Сашенька Семенова выучилась французскому, немецкому и английскому языку и всему, что требовалось по части наук и манер тогдашней барышни. «Я, друзья мои, была ведь красавицей», — говорила нам бабушка. Будучи брюнеткой, она презирала блондинок и называла их белобрысыми, а о красоте своей рассказывала разные чудеса. Будто бы это про нее сказал Пушкин: «Вокруг лилейного чела ты косу дважды обвела». Сноска: в Бахчисарайском фонтане, описывая красоту Заремы. В 70-х годах она ездила в Казанский собор с внучкой Асей разыскивать образ святой Варвары, который, по слухам, разумеется, очень давним, походил на нее. По свидетельству дочерей, она была действительно очень хороша. Вернувшись из Петербурга в родной Оренбург, она вскоре вышла замуж за поручика артиллерии Григория Силыча Карелина, человека гениальных способностей, но некрасивого. Вышла она не по любви, а пар де пи, как тогда говорилось, то есть с досады на кого-то, кто не ответил на ее чувства. Кто был этот неблагодарный, я не знаю, бабушка его не называла, но про свой брак откровенно говорила: «В один прекрасный день, дети мои, вышла я замуж». В ее записной книжке, где наполовину по-французски, наполовину по-русски были записаны главные события и чувства ее жизни, я прочла: «Что может быть хуже неудачного брака? Какое томление, какую тоску чувствуешь в сердце». И далее: «Что принесешь ты мне, время неизвестное? Ответ через много лет. Соня, Надя, Саша, Лиза». Григорий Силыч Карелин был весельчак и шутник, за что сильно поплатился в молодости. Окончив курс в первом кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, он вышел прапорщиком и вскоре за отличные способности и прекрасный почерк был зачислен в собственную канцелярию Аракчеева. Прослужив благополучно и, надо думать, с большой скукой с 1817 по 1822 год, Григорий Силыч имел неосторожность в стенах канцелярии пропеть перед молодыми товарищами сочиненную им колыбельную песенку на Аракчеева, да еще тут же нарисовал карикатуру на известный герб Аракчеева с девизом «Без лести предан», а именно изобразил чертика и подписал под ним «Без лести предан». Возможно себе представить, как потешались его сослуживцы. Но, очевидно, кто-то донес об этой шутке, так как веселого поручика прямо из канцелярии без всяких объяснений посадили в фельдъегерскую тележку и увезли в Оренбург.
где он был зачислен в одну из артиллерийских рот тамошнего гарнизона. Эта ссылка была исходным пунктом всей дальнейшей карьеры Карелина. В городе его очень полюбили, но он все-таки сильно скучал и со скуки занялся естественными науками, к которым всегда чувствовал склонность. В этом помог ему профессор Казанского университета Эверсман, с которым он близко сошелся. В короткое время Григорий Силыч изучил все главные отрасли естественных наук, совершая экскурсии в окрестностях Оренбурга. Его блестящие способности и знания были замечены начальством, и уже в 1823 году он был послан по высочайшему повелению в Киргизскую степь как участник экспедиции полковника Берга в качестве топографа. Он участвовал в нескольких сражениях с киргизами и с успехом исполнил возложенные на него работы. С этого времени начались его путешествия, цели которых были очень разнообразны. Исследуя различные местности Средней Азии и Сибири, он делал подробное описание края, собирал богатые коллекции – ботанические, зоологические и минералогические. Насколько разносторонняя была его деятельность, можно судить по перечню трудов его экспедиции к юго-восточным берегам Каспийского моря, совершенных в 1832 году. Первое — дневник или путевые записки, второе — морской журнал, третье — астрономические и магнитные наблюдения, четвертое — об обмелении устьев Урала и Каспийского моря, пятое — о морских разбойниках в северной части Каспийского моря, шестое — о тюленьем промысле и об уральском морском рыболовстве. Во время своих путешествий Карелин заводил сношения с туркменами, намудами и другими племенами Средней Азии, распространяя влияние России в торговом и политическом отношении. Между прочим, он дружески сошелся с ханом Букеевской орды Джангером и по его предложению поступил к нему на службу с обязательством обучать его наукам и управлять его делами. Это предложение принял Григорий Силыч только ради денег, в которых терпел большую нужду и служил у хана недолго. О хане Джангере я много наслышалась в детстве. Насколько я помню, именно от него получил Григорий Силыч некоторые из тех драгоценностей, которые дарил он жене. Тут были и бриллианты, и редкая по красоте бирюза, и перстень с рубином и изумрудом. Привожу выдержки из юмористического письма Карелина к жене, касающегося его пребывания у хана на Рынд-Песках, 4 декабря 1828 года. После припакостной дороги, в продолжении которой дрог я как собака, приехали мы на форпост Глиняный, где кроме соленой воды и бесплодной степи ничего нет хорошего. Но теперь-то начинается самое приятное. Хан останавливается дня на 4 в открытой степи между киргизами. Будем посиживать на морозе и греться у огня. Следовательно, лицу Петр, а затылку Рождество, как говорят здешние казаки. Мы уже провели одну ночку в камышах, сидя кружком у огня. В полуразорванной кибитке мороз был примерно градусов 17, здесь нет отбоя от посетителей, в маленькой кибитке усаживаются несколько десятков султанов, старшин, беев и прочее, бормочет и выгоняют на мороз излишней опрятностью. Покушиваем лошадинку с волосочками и прочими вложениями и так далее. Дед Карелин отличался совершенно неутомимой энергией, находчивостью и неутомимостью. Все возлагаемые на него поручения он исполнял блестяще и с наименьшей затратой денег, не жалея своих сил и терпя всевозможные лишения. При этом он с отеческой заботливостью относился к тем казакам, которых он брал с собой в экспедицию для всевозможных работ, и в кругу семьи и друзей с восторгом отзывался о казачьей смелости, ловкости и проворстве. В числе разнообразных работ Карелина была постройка крепости Новоалександровской. Эпизод этот настолько характерен, что я позволю себе на нем остановиться. Мысль о постройке крепости возникла у самого Карелина. То и дело, встречаясь в своих поездках с киргизами и туркменами, Григорий Силыч хорошо изучил их нравы и снискал их доверие простым и открытым своим обхождением. Ему известны были их нужды, а также и то, что те и другие нередко захватывали в плен застигнутых врасплох русских и продавали их в Хиву, как невольников.
Узнав об этом обстоятельстве по рассказам и по собственным наблюдениям, Карелин пришел к тому заключению, что нужно соорудить крепость на восточном берегу Каспийского моря. Он выбрал очень подходящее место на высоком утесе залива Кандак, который образовал под утесом глубокий порт. На вершине утеса были прекрасные ключи пресной воды, материалы для постройки были под рукой, город Гурьев приблизости, всего 3 дня плавания. Недалеко была и Хива, с которой предполагалось завести сношение. Карелин сообщил свое мнение оренбургскому военному губернатору графу Сухтилену. Будучи вызван в Петербург, изложил свой проект министру иностранных дел Нессельроде и начальнику азиатского департамента Родофиникину, а затем был представлен царю Николаю I, который долго с ним беседовал и настолько проникся его идеей, что поручил ему начальство над секретной экспедицией с целью сооружения проектируемой им крепости. Наняв нужных людей, закупив суда и материалы, Карелин простился с семьей в Оренбурге и отправился в путь. В мае 1834 года он заложил крепость, а 22 июля окончены были главные работы. Привожу отрывки из большого письма Карелина к начальнику азиатского департамента Родофиникину, касающиеся постройки и значения крепости. 18 мая торжественно заложен Ново-Александровск. Солдаты, казаки, матросы пили, пели, веселились и шумели всю ночь. Далее следует описание крепости, из которого видно, что это было настоящее военное укрепление, сооруженное по всем правилам тогдашней фортификации. Затем Григорий Силыч переходит к другому и пишет так. «Хивинский хан рассердился, узнав о нашем нечаянном посещении, но это не может иметь никаких дальнейших последствий, ибо он отпустил караван в Оренбург и в Астрахань. Последний должен проходить мимо укрепления в 2 только сутках. Наше место представляет им многие приважные выгоды. Первое. Караваны избавятся от хлопот и издержек 12-дневного лишнего ходу. Второе. Будут находиться не во власти вечно враждующих между собой кочевых племен, но под защитой укрепления. Третье. Не подвергнутся опасности и издержкам при переезде за море. Четвертое. Получат возможность вместо 1 рейса в год совершать 3, 4, 5, и будет это делом домашним, ибо будет в Хиву рукой подать. По Аральскому морю путь к Хиве другой, но оба ведут к одной цели — непосредственной торговле с Индией. Сколько до сих пор мог я разведать по устьям Амударьи, тем можно. Следовательно, имея угол на Аральском море и волоском не трогая Хиву, можете от нас вынудить все — и наших несчастных пленных, и уплату за многочисленные потери от их грабежей, и свободный по реке путь в Большую Бухарию, и далее до ворот Индии. Предначертания Карелина оправдались. Люди, посылаемые им в Хиву с целью изучить новые пути и пригласить хивинские караваны идти по новой дороге, возвратились благополучно и гораздо скорее, чем по старому пути, а кочевые жители, встречавшиеся по дороге, выражали радость, узнав о постройке русского укрепления города, обещавшего покровительство от набегов разбойников и выгодной мены и торговли в таком близком от них расстоянии. По окончании работ Карелин сдал крепость гарнизону и поехал к семье в Оренбург. Но в январе 1835 года, к ужасу своему, узнал от начальника Оренбурга Перовского, что провиант для гарнизона крепости Ново-Александровска, отправленный на 2 судах из Астрахани, по недобросовестности отправителей зазимовал в устье Урала и не может двинуться дальше. Зная, что такое промедление грозит гибелью гарнизону, Карелин предложил озабоченному Перовскому лично взяться за поправку этого дела. Проскакав верхом без устали несколько суток, Карелин приехал в Гурьев, сейчас же погрузил провиант на 100 казачьих саней и доставил его на место под конвоем уральских казаков, пробираясь отчасти по льду, отчасти берегом Каспийского моря. Крепость была уже совсем близко, когда один из верблюдов, навьюченный пушкой и сани, в которых ехал Григорий Силыч, неожиданно провалились под лед. Казаки бросились в воду и вытащили не только самого Карелина, но и пушку, и верблюды, и шкатулку с казенными деньгами, и даже мелкие вещи Карелина.
Все было доставлено вовремя к великой радости гарнизона, а спасенный Карелин стоял на берегу до тех пор, пока казаки не вынырнули из-под льда, и, только убедившись в том, что все и все целы, вскочил на лошадь и отправился в крепость. Пришлось скакать по взморью несколько верст в мороз и при резком ветре. Платье на нем совершенно обледенело, но, к удивлению, после всей этой передряги Карелин не заболел, отделавшись только насморком и ломотой в руках. Здоровье у него было железное. Во время своих скитаний Григорий Силыч привязался как к родным детям к двум участникам своих экспедиций. Это были бездомные сироты, казачий урядник Григорий Александрович Масленников и студент Иван Петрович Кириллов. Масленников был смелый охотник и хороший чучельник, а Кириллов — талантливый ботаник. Оба много помогали Григорию Силычу при собрании его зоологических и ботанических коллекций. И того, и другого он ввел в свою семью, где они живали подолгу, и, сделавшись своими людьми, привязались к жене и детям Карелина, четырем дочерям, как к родным. Оба называли его папкой. Во время экспедиции Кириллов часто писал Александре Николаевне, извещая ее обо всех подробностях их походов. Масленников, особенно любивший детей, часто играл с маленькими дочерьми Григория Силыча, которые звали его Лисанка, и это прозвище, составленное из его имени и отчества, и осталось за ним в семье Карелина. Кириллов был известен под именем Ванечка. Масленникова Григорий Силыч впоследствии устроил на место, а Кириллов 20 лет от роду погиб от какой-то острой желудочной болезни по дороге в Москву из Оренбурга. Эта преждевременная смерть потрясла Карелина. Он был в совершенном отчаянии, долго не мог опомниться и даже посидел с горя. Привожу письмо Кириллова, написанное Александре Николаевне Карелиной. «Милая бесценная мамочка, наконец папка явился, и я забыл все свои печали. Однако же он порядочно скверный. Опять, говорит, поедут туда и туда. Итак, не ждите его. А какой чудесный бурундучий мех достал для вас папка, так я вам скажу. Бархат, серебро. Здесь папка попал в лекаря. У какого-то чиновника увидел он, что рука распухла, и посоветовал ему пускать кровь. Тому сделалось гораздо лучше от этого. Он всячески стал восхвалять папку, а жена предложила даже папке подарок — дорожный серебряный сервиз. Натурально папка отказался от него. Жду с нетерпением, когда папке вздумается отпустить меня к вам, а теперь, покуда целую миллион раз ваши ручки. За сим следует приветствие и поклоны Ванечке. На первой странице сбоку приписка: «Не взыщите, что пишу мало и не связано. Непоседливейший из папок сидит у меня под носом и ворчит на то, что я копаюсь». А вот его письмо Кириллова ко всеобщей любимице и забавнице, маленькой дочке Григория Силыча, будущей бабушке Блока, которую называет и он, и отец «Путасная», то есть «Прекрасная Лилеточка». Ей было в то время года 4. «Путасная моя Лилеточка, я сижу и думаю, о чем бы написать тебе, кроме того, что задаю тебе затювку». А папка и говорит: «Пиши хорошенько, да не обижай у меня Буцененького, пуще всего не поминая ей про китайцев. Да есть еще у нас у всех к тебе просьба. Напиши нам стихи на какой-нибудь случай, например, хоть на Лисанкину охоту за зайцами или мадригал, а, впрочем, хорошо и шараду. Григоряш хотел было написать тебе, да ему стыдно стало того, что ты теперь лучше его пишешь. Скажи мамуле, что я целую 1000 раз ее ручки и бабуле тоже, а сестер всех поцелуй за меня, да хорошенько. Ну, Буцененькой, до свидания, пиши почаще. Да и забыл было, мы нынче увидим китайцев. Уведоми, что сказать им, если они спросят о тебе. Брат твой, Ванечка». Приведу и письмо к той же дочке Григория Силыча, написанное прекрасным почерком на той же бумажке. «Благодарю тебя, моя Буцененькая, Путасная Лилеточка, за твои прекрасные письма. Я их очень берегу. Ты добрая и умная девочка. Одно мне удивительно. Как ты умудряешься, что всякое твое письмо выпачкано? Не помогает ли тебе Петька? Пиши ко мне почаще да побольше. Да нельзя ли сочинить каких-нибудь стихов? Скажи мне, дружочек, что у тебя за тамга такая? В конце каждого письма рисуешь ты четырехугольник с бахромой, а в середине его число 28. Лисанка говорит, что это по-китайски. Правда ли это?
Мы все тебя любим и часто о тебе вспоминаем. Целую и благословляю тебя. Твой папка. Сбоку страницы. Получила ли ты штуку лямзы на куклы? Большую часть сведений о Григории Силыче Карелине я заимствую из книги ботаника Липского. Григорий Силыч Карелин. Его жизнь и путешествия. Санкт-Петербург, 1905 год, в которой есть, между прочим, и краткая биография Григория Силыча, написанная его старшей дочерью Софьей Григорьевной. Примечание. Эта книга, экземпляр, принадлежавший матери поэта, сохранилась в библиотеке Блока. Библиотека, выписка 2, страница 70. Увлекшись содержанием книги Липского, я несколько дольше остановилась на личности моего деда, оригинальная фигура которого совершенно незнакомая, потомство невольно привлекла мое внимание, тем более что у Григория Силыча было много общих черт с его младшей любимой дочерью, то есть бабушкой Александра Блока Елизаветы Григорьевны. Возвращаюсь к истории моей бабушки Александры Николаевны. Пока Григорий Силыч совершал одно путешествие за другим, семья его, то есть жена, теща и четыре дочери, безвыездно жили в Оренбурге, в собственном доме. В начале 40-х годов Александра Николаевна заболела изнурительной лихорадкой. С каждым днем теряла она силы и дошла до такого состояния, что доктора посоветовали ей переменить климат и переселиться в Москву. Так и было сделано. Продав дом и часть вещей, бабушка отправилась со своей семьей и слугами в трех экипажах и на своих лошадях в Москву, где друзья ее мужа уже приготовили ей квартиру. Тронувшись в путь в середине мая, ехали на долгих, со многими остановками, и больная уже в дороге почувствовала облегчение. В Москве она совсем отправилась, но жизнь в большом городе надоела и ей, и семье. Тут подвернулось подходящее имение вблизи Москвы с домом, садом, речкой и 110-ми елового леса. Кстати, в это время Григорий Силыч получил от Николая I награду и пенсию, так что, сделав небольшой долг и заложив имение, Карелины могли приобрести его и поселиться там всей семьей. Это и было Трубицыно, упоминаемое в письмах Блока. В деревне жили Карелины небогато, но, в общем, неплохо. Григорий Силыч большую часть времени проводил в путешествиях. Из своих странствий он посылал жене материи, меха, драгоценности и другие подарки. Посылал он, конечно, и деньги, но их было недостаточно для такого большого семейства. Поэтому бабушка Александра Николаевна по тогдашней моде брала на воспитание дочек богатых дворян и купцов, а в помощь себе заставляла свою шуструю и начитанную дочку Лизу учить их разным предметам, и та уже с 15 лет с великой скукой обучала разных девиц истории и географии. Об одной из них, очень глупой, ходило много анекдотов. Так, например, она говорила: «Какая хорошенькая опера «Почта»!» Так называла она известную итальянскую оперу «Норма», название которой «Норма», написанное латинским шрифтом, она читала по-русски, не подозревая своей ошибки. В одной из своих посещений Трубицына Григорий Силыч, присутствуя на уроке, подсказывал глупой барышне всякий вздор, а она повторяла за ним всякое слово. Бабушка Александра Николаевна была вообще тяжела на подъем. Она большей частью сидела дома и вообще не отличалась подвижностью. Детей своих, сколько знаю, она не столько учила, сколько воспитывала. Подпав под влияние одной очень почтенной, но не особенно умной своей соседки, она переняла ее педагогический метод, сильно отзывавший немецким духом. В нем было и хорошее, и дурное. Воспитание было суровое. Оно закаляло тело детей и вырабатывало их волю, развивало в них чувство долга. Мать требовала от них не только безусловного повиновения, что при ее уме и ровном характере не мешало, но еще и полной откровенности. По словам моей матери, она и сестры должны были вести дневник, где записывали все свои мысли и проступки. Последнее, то есть ведение дневника для матери, очень не нравилось свободолюбивой, особенно своеобразной Лизе, которая рано начала думать не так, как принято, например, на вопрос матери, верит ли она в то, что причастие есть тело и кровь Христова, она прямо ответила: «Нет, не верю», чем, разумеется, привела в ужас и мать, и сестер. Время от времени Карелины ездили в Москву, где, конечно, останавливались у каких-нибудь родственников или знакомых, причем им позволялось посещать оперу и театр. Лиза Карелина страстно любила театр и музыку и очень охотно бывала в семье
хорошего знакомого Карелиных, композитора Верстовского, который был женат на танцовщице и не раз выражала то мнение, что артисты достойны такого же уважения, как и люди других профессий. Этот и другие подобные взгляды, считавшиеся по тому времени вольными, вызывали недовольство семьи. Все это было известно под общим названием «печальные склонности Лизы». Впоследствии, отчасти под влиянием Жорж Санд, эти печальные склонности еще больше развелись. Возвращаясь к бабушке Александре Николаевне, я скажу, что некоторая ее суровость не мешала ее детям относиться к ней с большой нежностью, что видно из их писем 50-х годов, сохранившихся у меня. Уважали ее в высшей степени. Что касается образования детей, то здесь сильно помог ей следующий случай. После особенно успешной экспедиции 1836 года к восточным и южным берегам Каспийского моря, закончившейся постройкой крепости Новоалександровск, Григорию Силычу была пожалована царем Николаем I награда в 3000 рублей и назначена пожизненная пенсия 800 рублей в год. Тогда же предложено было принять всех его дочерей на казенный счет в институт. Но Григорий Силыч отклонил последнее предложение, находя так же, как и жена его, что лучше воспитывать детей дома, что, конечно, было очень разумно, особенно при наличии такой умной и просвещенной матери, какой была Александра Николаевна. Желая помочь при образовании дочерей, Григорий Силыч купил целую библиотеку по литературе, географии и истории на русском и французском языках. Часть их перешла впоследствии к нам. Это были прекрасно изданные книги в кожаных переплетах, история открытия Америки, завоевание Мексики и Перу, Вашингтона Ирвинга в изящном, но неточном и бесцветном французском переводе «De faux compré», также «Путешествие в Исландию», тоже на французском языке, и полное собрание сочинений Вальтер Скотта с английскими гравюрами на меди и прозаическим переводом баллад. Особенно любимый Александрой Николаевной Шиллер был в подлиннике и в двух разных изданиях, лирические стихи, баллады и поэмы в одном толстом томе ин кварто, четвертую долю листа, а драмы во многих томах в переплетах желтой кожи с гравюрами. То и другое напечатано, разумеется, готическим шрифтом. Была, между прочим, и исповедь Жан-Жака Руссо в подлиннике с прекрасным его портретом и большущий том собрания стихов Ламартина, и многое другое, чего я не помню. Всеми этими богатствами особенно воспользовалась Лиза. По этим-то книгам она и выучилась своему прекрасному французскому языку, да и презираемому ею немецкому. Кстати, скажу, что Лиза Карелина была ближе с отцом и бабушкой, чем с матерью. С отцом она была, что называется, за панибрата, чего никак уже нельзя было себе позволить с матерью. Когда Григорий Силыч приезжал в Трубицыно, они вместе шалили и потешали всю компанию. Приведу один эпизод, рассказанный мне матерью, который рисует облик Григория Силыча и его жены. Когда Лизе Карелиной было лет 12, мать наняла ей немку для разговоров. Немка была молодая, но глупая и сентиментальная. Так, например, поймав комара, она деликатно брала его двумя пальчиками за крылья и отпускала на волю со словами «Ах ты, зверек!». Григорий Силыч вздумал подурачить немку, он сделал вид, что в нее влюблен. При встречах с нею прикладывал руку к сердцу, закатывал глаза, вздыхал и так далее. И, наконец, написал ей стихи следующего содержания. «Милая Шарлотта, вы воровка, вы похитили мое сердце, и от этого я был болен», по-немецки. Послав эти вирши с дочерью Лизой, он ждал, что будет. Лиза вернулась с известием, что немка рассердилась и сказала: «Ваш отец — глупый человек», по-немецки. «Тащи скорее лексикон», — сказал Лизе отец. «Что значит «альбернер»?» Найдя в лексиконе требуемое слово, он остался очень доволен, а немка пошла жаловаться к Александре Николаевне, приняв всерьез шутку Григория Силыча. Бабушка, как женщина умная, отлично поняла, в чем дело, и, кусая губы, чтобы не расхохотаться, приняла жалобу немки на безнравственность своего мужа, который в это время стоял в стороне с притворно виноватым видом. Насколько я помню, немка отказалась от места. Каждый приезд Григория Силыча в Трубицыно был для семьи настоящим праздником.
Появляясь всегда неожиданно, он оживлял весь дом своими шутками, затеями и интересными рассказами о своих странствиях. Ему очень нравилась жизнь в семье и в деревне. Он наслаждался вкусной едой, грибами, ягодами, варениками и прочим, но спустя некоторое время опять срывался с места и пускался в новое странствие. С годами его отлучки становились все более и более продолжительными. Был случай, когда он находился в отлучке целых 6 лет. Семья его, конечно, сильно страдала от этого положения. Она была в вечной тревоге, часто подолгу не получая писем и даже не зная, жив ли Григорий Силыч. А кроме того, приходилось страдать от безденежья, неразлучного с такой неправильной жизнью отца семейства. Александра Николаевна, которая с течением времени оценила мужа и сильно к нему привязалась, страдала, разумеется, больше всех и от беспокойства, и от ответственности за остальную семью. Она уговаривала мужа в письмах поберечь свое здоровье и отдохнуть в семейной обстановке, но это не помогало. Увлеченный все новыми и новыми проектами путешествий, Григорий Силыч и не думал беречь себя, подвергаясь опасностям и неудобствам далеких своих путешествий по диким местам в некультурных условиях. Последний раз приезжал он в Трубицыно в 1846 году. Считая с отлучками по делам в Москву, он пробыл в общей сложности дома 6 лет, после чего опять стосковался по кочевой жизни исследователя малознакомых стран. На этот раз он отправился в Уральские степи и на Индерское озеро. Уехал он летом 1852 года с тем, чтобы вернуться через полгода к своим, но они его больше не видели. Прожил Карелин еще 20 лет, но путешествие в Уральские степи было последним. Сведения о последних годах его жизни очень скудны. Известно только, что он жил постоянно в захолустном городе Гурьеве, вблизи устья Волги, много работал, делал интересные наблюдения над полетом птиц, приводил в порядок свои коллекции и дневники и приготовил к печати свои записки, которые составили 12 томов, но все это погибло во время пожара. Сам он был в то время в параличе, без ног. Его вынесли на руках из горящего дома друзья, его казаки, после чего он вскоре скончался. То, что он не вернулся к своим и прожил столько лет в одиночестве, вдали от любимой семьи, приводило в недоумение его биографов. Но интимные письма, находящиеся у меня в руках, вполне объясняют это загадочное обстоятельство. В письме от 27 февраля 1845 года он пишет Николаю Александровичу Мансурову, его личному другу, близкому всей семье Карелиных. Мансуров был дядя зятя Григория Силыча Николая Эверсмана, женатого на его второй дочери Надежде Григорьевне. «Добрейший, единственный друг мой, Николай Александрович, много раз собирался я написать тебе или к жене о причинах, задерживающих меня в Сибири. Причин этих было 3, но мы остановимся только на второй, которая, по словам самого Григория Силыча, была самая важная. Второе. Я имел здесь связь, от которой родилась девочка, как 2 капли воды, похожие на Лизу. Этого ребенка люблю я без памяти, словом, как остальных детей моих. Мать ее — бедная девка, которой родители — люди беспутные, а отец вдобавок горчайший пьяница. Она живет у меня в квартире. Надо бы накупить им домик рублей в 300 и оставить на пропитание рублей по 25 месяц. Доселе я еще ничего не мог и не в состоянии был сделать. Говоря о дочери, Григорий Силыч пишет: «Милое, кроткое это создание привязано ко мне безмерно, и хотя я найду силы с ним расстаться, но скорее сам буду питаться черствым хлебом, нежели бросить бедное дитя без помощи. Хотя я благоговею перед ангельскими свойствами жены моей, но она женщина и при болезненном состоянии своем легко может огорчиться и вознегодовать на мою слабость. Отдаю, друг, на твою волю не прочитать этого письма, но открыть ей истину и быть за меня ходатаем. Я ее не стою». Вследствие болезни Мансурова это письмо попало в руки Александры Николаевны, которая отнеслась к измене мужа вполне снисходительно, чем доказала и большой ум, и доброту, и широту взглядов, редкую в женщине, особенно того времени. В ответ на письмо ее Григорий Силыч пишет из Семипалатинской от 6 марта 1848 года: «Милый, бесценный мой друг Саша,
Последнее письмо твое преисполнило меня сердечным умилением. Ты светлый ангел доброты, мой ангел-хранитель. Как? Ты через мои ошибки и нерадения лишилась почти единственной помощи, и ты же еще утешаешь и поддерживаешь меня. За низость, считаю, оправдываться я виновен безотчетно. Получив известие о помолвке своей дочери Александры Григорьевны с Михаилом Ильичем Коваленским, Григорий Силыч писал, что на свадьбу ее приехать не может, и только после рождения ее первого ребенка в 1846 году вернулся к своим. Тогда-то и прожил он в семье целых 6 лет, после уехав в свое последнее путешествие, по возвращении из которого поселился в Гурьеве. Оттуда он несколько раз писал жене, что собирается к ней, но ряд неудач в делах и невозможность устроить, как он хотел, свою незаконную семью, помешали ему исполнить свое намерение, а катастрофа, уничтожившая плоды его многолетних трудов, вероятно, ускорила его смерть. Не знаю, когда именно узнала Александра Николаевна о смерти мужа. Много испытаний пришлось ей перенести на своем веку. Быть женой столь замечательного и вместе с тем страстно увлекающегося человека, каким был Григорий Силыч Карелин, дело нелегкое. При всей его горячей любви к семье он был слишком широк и разносторонен, чтобы довольствоваться только семейной жизнью. Всего сильнее влекло его к науке. Исследование и всестороннее изучение новых стран было его настоящим призванием. Такому человеку лучше было совсем не иметь семьи, но жена его, наиболее настрадавшаяся от его скитальческой жизни, была женщина сильная духом. Характер ее только закалился от испытаний. Она отличалась редкой выдержкой, ни малейших следов озлобленности в ней не замечалось. Натура у нее была благородная, она держала себя с большим достоинством, но никаких мелких черт не проявляла. В нашей семье бабушка Александра Николаевна оставила самые лучшие воспоминания. С матерью нашей она была в наилучших отношениях, они часто раскладывали вместе пасьянсы и дружески разговаривали. Мамаечка особенно любила нашу семью. Ее нигде так не ласкали, как у нас, и за это она платила большой привязанностью. Не будучи мелочной и не требуя церемонной почтительности, она, однако, не прощала обид. Было время, когда плохие средства заставили ее поселиться в семье ее дочери Александры Григорьевны Коваленской, жившей тогда в своем имении Дедове, близ станции Крюкова, Николаевской железной дороги. Мамаечка взялась учить ее детей, но отношение к ней самой хозяйки, ее внуков, было такое сухое и холодное, что она на всю жизнь сохранила неприязнь к дому Коваленских и иначе не выражалась, как «дочь моя Александра Григорьевна». Исключение составляла старшая внучка Александра Михайловна в замужестве Марканет, которая была хороша с мамаечкой и охотно бывала в Трубицыне. С остальными членами семьи отношения были натянуты. Умерла бабушка в 1888 году у себя в Трубицыне, когда маленькому Саше Блоку было лет 8. Живя у нас по зимам в обеих казенных квартирах в университете, а потом и на частных, она знала его с первого момента рождения и очень любила его. В нашей семье она особенно любила старшую внучку Катю, которая родилась в Трубицыне и платила ей тем же, любя ее больше родной матери. В собрании стихов сестре Екатерины Андреевны есть стихотворение «Родной», посвященное бабушке. Приведу его целиком. «Родной, ничего нет в целом мире старше неба голубого, старше звезд в ночном эфире, старше солнца золотого. Но красой непроходящей наполняет мироздание солнце свет животворящий, звезд алмазное сияние. Так и ты, звезда родная, дольше всех душе светила, но, стареясь, догорая, свет свой ясный сохранила. Свет любви неугасимый, как небесных звезд сияние, пережил в душе родимой жизни долгое страдание. 1888. Дата, которой помечено это стихотворение, и есть год смерти бабушки Александры Николаевны, на что указывает одна семейная запись. Мамаечка любила нас всех, сестер Бекетовых, по-разному, сообразно нашим характерам. Самые непринужденные и близкие отношения были у нее с внучкой Асей,
Александры Андреевны, потому что та была с ней особенно ласкова и внимательна. В ректорском доме у них были смежные комнаты, а потому наша мамаечка часто звала эту внучку «соседишка». После рождения Саши Блока эта дружба еще окрепла. Со мной бабушки были очень хорошие, хотя и не такие близкие отношения. Я была не такая ласковая и изъявительная, как Ася. Мамаечка называла меня «малость» или «малик» и с необыкновенным добродушием смеялась над моей рассеянностью. Посылает меня, бывало, в гостиный двор с разными поручениями для своих рукоделий, а я все куплю шиворот на выворот, а она только засмеется и скажет: «Ах, это малость! Опять все перепутала. С таким видом точно я что хорошее сделала». С сестрой Софьей Андреевной у мамаечки были самые далекие отношения, вероятно, потому что та была с ней несколько церемонна и слишком сдержана. У меня сохранилось несколько писем бабушки из Трубицына. Приведу несколько отрывков, дающих понять о ней самой и о ее отношении к нашей семье. 25 апреля 1882 года. Посылаю на почту и загадываю: кто меня больше любит, тот ко мне прежде напишет. После того жду и боюсь, что ни одного письма не будет. Но тогда, мои милые, я уже гаданию не поверю, потому что все ваше баловство так ясно доказывает противное, что лучше я все грехи сложу на петербургскую почту. Погода здесь восхитительная. Сегодня опять яркое солнце, и все кругом зелено. Вчера прилетел соловей среди двора в цветник и защелкал, и раскатился на все лады. Согласись, что ведь это стоит ваших концертов. И даже Сашурка мой сказал бы: «Ах, ах!» Маленькому Саше Блоку было в то время 1,5 года. Вот этого последнего возгласа мне все время не достает, и каждый день... Целую только башмачишка с его толстой лапки. Пожалуйста, пишите мне про всякую новую его затею. 10 августа 1882 года. Поздравляю тебя, родная моя малость, с получением капитала. Я воображаю, как эта новинка должна быть приятна, уже не говоря о том, как она полезна в нашем состоянии. Не знаю, как тебя благодарить, мой милый детенок, за твои милые подробные письма. Пожалуйста, продолжай осведомлять меня с той же любезностью обо всех наших. Негодный котенок, сестра моя Катя, совсем перестала писать мне, и вся надежда на тебя. 30 сентября 1883 года. Дорогой мой Малик, бесконечная тебе благодарность за твои милые письма, на которые я тебе так редко отвечаю, но которые зато часто перечитываю. В последнем ты говоришь, что бесценный мальчишка вырос на целую голову. Саша Блок. Этого я себе представить не умею, а потому доверши свои благодеяния, смерей его и пришли мне мерку. 24 марта 1885 года. Сегодня день моего рождения, я только открыла глаза, увидела подле себя письмо твое, дорогой мой Малик, и так первой радостью этого года я обязана тебе, мой родной ребенок. Я кое-как прожила эту зиму, замерзая понемножку и согреваясь мыслью, что вот придет весна, и населит мой уголок, и обоймут меня родные лапки, которые я буду целовать, и будет мне очень тепло и отрадно. И вот вместо всех этих радостей получаю письмо, из которого вижу, что всем мечтам конец, и, может быть, навсегда. В это лето наша семья уезжала в Швейцарию, а до тех пор проводила лето обыкновенно в Трубицыне. Так думала бабушка ввиду своего преклонного возраста, но она ошибалась. Этими отрывками из писем кончается мой очерк, касающийся мамаечки, то есть прабабушки поэта Блока Александры Николаевны Карелиной. Григорий Васильевич Карелин был, несомненно, самым замечательным и ярким из предков Александра Блока. Его характер и даровитость наиболее передались его дочери Елизавете Григорьевне, бабушке Блока, которая имела в семье преобладающее влияние. Ее склонности взяли верх над началом бекетовским, то есть над тяготением к общественности и к науке. Бекетовское начало, более отвлеченное и менее жизненное, чем карелинское, сыграло особую роль. Оно смягчило жесткие черты блоковского начала, прибавив еще через деда Блока Бекетова особенно сильно развитое благородство и честность натуры. Широта и щедрость, присущие Александру Блоку, были одинаково сильно выражены и в Карелиных, и в Бекетовых. Замечательно, что, имея в роду так много ученых, Александр Блок не имел никакой склонности к науке.
Здесь можно заметить одно — ни прадед его, Карелин, ни дед Бекетов, ни отец Александр Львович Блок не были учеными в чистом виде. Прадед был ученый-путешественник, дед — ученый-общественник, отец — ученый-философ, в котором вдобавок были столь сильны выражены музыкальность и литературность. Чтобы довершить этот экскурс в область наследственности, скажу, что мать Александра Блока, заимствовав литературность от его бабушки Бекетовой, была наиболее лиричная из ее дочерей. Сильную отвлеченность Блок унаследовал от отца, что же касается его тяги к общественности, которая развилась в нем в более зрелые годы, то корни ее, разумеется, шли от деда Бекетова. Но в противовес его западничеству Блок был одержим, как и мать его, стихийной любовью к России, и, благоговея перед искусством и наукой Европы, самой злой иронией относился к ее культуре в общем. Смотри его письма к матери из-за границы, 11-13 годы. Примечание. Письма к родным. Том 2, страницы 145, 183, 234, 250. Глава 10. Семья Коваленских. Родственники, посещавшие нас в первые годы шахматовского житья, были все со стороны матери. Кроме мамаечки и тети Сони, не раз перебывали почти все члены многочисленной семьи Коваленских. Они жили зимой в Москве, а летом в своем имении Дедове, близ станции Крюково, Николаевской железной дороги. Владелица этого имения, Александра Григорьевна Коваленская, была третья дочь супругов Карелиных. Ее муж, Михаил Ильич Коваленский, умерший до нашего водворения в Шахматове, был сын большого московского барина, женатого на рязанской крестьянке. Отец Михаила Ильича был человек просвещенный и, сколько я знаю, значительный. С ним дружил, между прочим, Григорий Силыч Карелин. Михаил Ильич был воспитан каким-то очень образованным гувернером-англичанином, знал языки, любил музыку, но, рано женившись, по любви на очень молодой и красивой девушке, мало-помалу стушевался и был затенен ее личностью. Я знала его уже пожилым, когда его старшие дети были взрослые, а мне было тогда всего 4 года. Судя по портретам, он никогда не был красив, а в описываемое мною время совершенно опустился. Был неопрятен, вечно ходил в халате и производил впечатление человека, игравшего в доме последнюю роль. Помню, что мать моя относилась к нему очень хорошо, так же, как и он к ней. Они вместе распевали под фортепиано старинные дуэты, в одном из которых повторялся припев «Как никогда, так и всегда девиз не для любви» по-французски. Но зато тетя Соня терпеть не могла Мишеля, как его тогда называли, и рассказывала разные ужасы о его безнравственном поведении. Сопоставляя все, что я слышала о нем и об его семье, я думаю, что это был человек очень чувствительный, а по характеру слабый, черты которой он передал полностью мужской половине своей семьи. Вообще, это был человек незначительный. Облик Михаила Ильича был, что называется, неказистый. В годы моего детства он поражал своим несоответствием с внешностью жены, которая была женщина не только красивая, но на редкость изящная. Тонкий профиль, благородная осанка, большие голубые глаза красивого разреза и нежный цвет лица — все это вместе составляло гармоничное целое. Все, что ее касалось, начиная с костюма и кончая обстановкой ее комнаты, имело отпечаток изящного и своеобразного вкуса. Прилагаемый портрет дает хорошее понятие об ее наружности и манере одеваться. С мужем, сколько я помню, она обращалась холодно и пренебрежительно. У нее была отдельная спальня, убранство которой производило на меня впечатление даже в 4 года. Это была большая комната в 2 окна, выходившая в сад. Перед окнами видна была большая лужайка, окаймленная с 2 сторон березовыми аллеями. В конце ее был довольно большой пруд, не видный, впрочем, из дома. В комнате Александры Григорьевны были светлые обои. На окнах кисейные занавески, умывальный прибор был из толстого голубого стекла, кувшины покрыты от мух белым тюлем. Овальное зеркало в серебряной раме стояло на туалетном столе, убранном белой кисеей, но в особенности восхищала меня картина в овальной золотой раме, висевшей на стене. Это был, как я узнала впоследствии, известный ангел Неффа с кадильницей в руках.
Александра Григорьевна была очень умна и остроумна. Манера у нее была тихая и сдержанная, голос слабый. В ее облике было что-то аристократическое, чего она не передала никому из своих детей. У нее были все данные для того, чтобы играть выдающуюся роль в высшем обществе, что и было ее идеалом, но с непременным ореолом добродетельной женщины ангельского характера. Имея большую слабость к титулам, она, конечно, сильно досадовала на то, что муж ее был сыном простой крестьянки, и, умалчивая об этом обстоятельстве, любила рассказывать об очень проблематичном родстве своего тестя с князем Потемкиным. Муж ее несколько лет сряду занимал выдающийся пост председателя казенной палаты в Тифлисе и в Ставрополе. Живя в Тифлисе, Александра Григорьевна блистала на балах наместника Кавказа князя Воронцова и вообще играла заметную роль в тамошнем обществе. Примечание. Михаил Семенович Воронцов, 1782-1856, наместник Кавказа и главнокомандующий отдельным Кавказским корпусом в 1804-1854 годах. Это и было, вероятно, лучшее время ее жизни. Она, очевидно, надеялась, что муж ее сделает блестящую карьеру, составит себе состояние, но этого не случилось. С Кавказа семья Коваленских со всеми детьми переехала в Москву, тогда и было куплено Дедово, где зажили уже довольно скромно, затем звезда Михаила Ильича стала меркнуть, и он умер, еще не старым, не оставив семье ничего, кроме Дедова. Его вдова осталась 5 детьми на руках, из которых младший, Виктор, был еще в гимназии, другой, Николай, в университете, и только одна старшая дочь, Александра, была уже замужем за присяжным поверенным Марканетом, который был довольно известен в Москве как хороший адвокат по гражданским делам и впоследствии составил себе состояние. Оставшись в довольно затруднительном положении с 5 детьми, из которых только старшая дочь была обеспечена, Александра Григорьевна не растерялась. Она не продала свое Дедово, которое представляло собой менее 300 десятин с большим домом и 2 флигелями, стоявшими по обеим сторонам двора с лесом и с хорошими покосами. Ближайшая деревня была сейчас за прудом, станция в 8 верстах. Александра Григорьевна рассудила, что хозяйничать ей не на что, а жить круглый год в Москве неприятно и дорого, поэтому она упразднила все сельское хозяйство, оставив только необходимую домашнюю прислугу, и отдала в аренду луга, что составило несколько сот рублей в год, и таким образом могла спокойно проводить лето в деревне. Конечно, этого не могло хватить на жизнь в Москве, хотя бы и самую скромную. Для этого у Александры Григорьевны был другой, более благородный ресурс. Еще при жизни мужа она написала и издала 7 детских сказок, книжку с иллюстрациями художника Саврасова, которая имела большой успех во времена моего детства и очень нравилась детям, особенно девочкам. Тут была и фантастическая сказочка про царевну Глупочку, и рассказ о голубке, который ворковал «Живите мирно», умиротворяя дерущихся воробьев, и вполне реальные рассказы. Вслед за этой книгой Александра Григорьевна выпустила много рассказов и повестей, появившихся сначала в детских журналах, а потом и отдельными сборниками. Комитет грамотности издал ее повести «Назарыч» и «Крутилков», последняя история солдата, ветерана турецкой войны. Александра Григорьевна была, несомненно, талантливая писательница. Книги ее написаны литературно и живо, со знанием крестьянского и отчасти мещанского быта, местами там, где вступает фантастика, они отзывают балетом. Теперь они уже устарели, но в свое время были очень ценны. Это, во всяком случае, хорошее чтение, и, несмотря на наивную морализацию и некоторую сентиментальность, книги Коваленской заслуживают похвалы и сыграли заметную роль в то время, когда наша детская литература была еще очень бедна и, по большей части, пробавлялась переводами с иностранных языков. Александра Григорьевна с удовольствием вспоминала, что однажды ее посетил Тургенев. Вообще она очень держалась за свою литературную репутацию, хотя и уверяла, что у нее нет никакого авторского самолюбия. Писание повестей было для моей тетушки не только очень приятным, но и прибыльным занятием. Вместе с арендой Дедова оно доставляло ей возможность воспитывать детей. Правда, жили Коваленские очень скромно, и только благодаря мудрой экономии Александры Григорьевны
Можно было жить так прилично, как они жили, да еще дать возможность двум сыновьям закончить образование в университете и развлекать детей, посылая их время от времени в малый театр и в страстно любимую ими итальянскую оперу. При этом она сохраняла свой изящный облик и ту обстановку, которую я писала в начале. Выкраивала она деньги и на поездки любимицы своей Наташи, вторая дочь, к нам в Петербург, где у нее был не только приятный родственный дом, но и друзья, которых она очень любила. У Александры Григорьевны было 5 детей, 6-й Михаил рано умер, 2 сына и 3 дочери. Особенностью этой семьи было то, что дочери были гораздо значительнее и интереснее сыновей. Старшая, Александра Михайловна, была замужем за присяжным поверенным Марконетом. Он был сын французского коммерсанта, эмигрировавшего в Россию после французской революции. Это был красивый брюнет, чисто французского типа, очень веселый и откровенный, хорошая, но довольно примитивная натура. Он женился на Александре Михайловне Коваленской по страстной любви сейчас же, по окончании курса, и был очень любящим мужем. Он не только любил, но и уважал свою жену, у которой было много прекрасных качеств. Она отличалась редкой правдивостью и полным отсутствием суетности. В противоположность матери, она немало не чуралась своего родства с бабушкой Марфой Григорьевной Коваленской и говорила иногда: «Я так и чувствую в себе эту рязанскую крестьянку». У нее был своеобразный, чисто женский ум и очень привязчивое сердце. Она любила природу и музыку и живо чувствовала поэзию того и другого. Не будучи красивой, она была привлекательна и женственна. Я живо помню ее 19, так и вижу ее круглое лицо с очень ярким румянцем, которому особенно шли ее длинные жемчужные серьги. Помню какое-то летнее светло-зеленое платье, оттенявшее ее свежесть, черную бархотку на шее и очень тонкую талию. У нее был в молодости прекрасный голос, сильная драматическая сопрано. Помню, как она пела в Дедове под аккомпанемент моей матери «Аве Мария» Гуно. Голос у нее был страстный и звонкий, но, к сожалению, она скоро его потеряла. Марконеты жили очень согласно. Они горячо любили друг друга и были несчастливы только в детях, рождение которых всегда сопровождалось временным безумием матери. Не помню, сколько у них было детей, но все они умирали вскоре после рождения. У Александры Михайловны были самые простые вкусы. В то время, когда ее муж был очень состоятельным человеком, она скромно одевалась и скромно обставляла свой дом. У нее не было никаких наклонностей к роскоши и к показному, полное отсутствие светскости и неумение ни щегольнуть, ни пустить пыль в глаза, дополняло ее милый и своеобразный облик. Она обожала мать, которая была к ней очень холодна. В этом сказывалась полная противоположность их натур. Матери, видимо, претила и полная простота дочери, в которой она видела что-то плебейское, и ее непритязательность и неумение, что называется, соблюдать приличие, что было в высшей степени развито в ней самой. Александре Григорьевне была ближе всех ее вторая дочь, Наталья Михайловна. У них было много общего во вкусах и склонностях. Она тоже имела известную слабость к титулам и придавала большое значение внешней стороне жизни. Но все это было у нее не в такой степени, как у матери. Наталья Михайловна была высока и стройна, но также не грациозна, как и ее сестры. Она была очень бела. Ее миловидное лицо украшали ямочки на щеках. Говорили, что она похожа на свою бабушку Марфу Григорьевну Коваленскую. Наталья Михайловна была умна, как и другие ее сестры, но у нее был очень трезвый и положительный ум, совсем другого склада, чем у них, а натура довольно грубая, даже с оттенком цинизма. Она была веселого и живого характера и вообще очень мила. Обладая очень сильным темпераментом, она пережила 2 неудачных романа и вышла замуж за 30 лет за доктора Дементьева, человека вполне почтенного, но не выдающегося. Она обожала мужа и была с ним очень счастлива, но рано умерла от рака. Детей у нее не было, хотя и она, и муж страстно желали иметь их. Кстати, замечу, что она, одна из сестер Коваленских, имела материнские наклонности. За неимением своих детей она страстно привязалась к своему племяннику Сереже Соловьеву, проводила с ним очень много времени и сумела сильно привязать к себе мальчика.
Образование она, как и обе ее сестры, получила домашнее, свободно читала по-французски и по-английски, вкусы ее были довольно примитивны. Любимым ее чтением были английские романы средней руки. Из русских писателей она, как и сестры ее, особенно любила Толстого. О Достоевском я что-то от них не слышала. К поэзии она вообще была равнодушна, и в то время как сестра ее Ольга увлекалась Фетом, подсмеивалась над этим увлечением и любила подразнить ее и сестру мою Александру Андреевну, говоря им в насмешку: «Я видел Фета у буфета» и другое в подобном роде. Когда прошла первая пора ее юности, она стала интересоваться русской историей. Уже будучи замужем, она написала несколько книг по этой специальности в популярном изложении и в беллетристической форме. К двум историческим повестям, напечатанным ею, относятся рецензии двоюродного брата Блока Кублицкого, помещенной в последнем номере рукописного блоковского журнала «Вестник». Книги были написаны толково и хорошим языком, но не более. Пробовала она писать и другие повести, но из этого ничего не вышло. Не могу не вспомнить при этом, что когда она написала очень слабую повесть «Тихие воды глубоки» и дала ее прочесть Бекетовым, жившая с нами в то время бабушка Александра Николаевна, прочтя повесть, выразилась о ней в следующей пренебрежительной форме: «Есть периодишки, в которых нет ничего дурного». Наталья Михайловна была самая общительная и подвижная из сестер Коваленских. Она часто гостила у нас зимой, когда мы жили в ректорском доме. Ближе всех она была с сестрой Екатериной Андреевной, хотя настоящей близости и сердечной дружбы между ними не было. Она впервые увидела Блока годовалым ребенком. Когда она вышла замуж и переехала на житье в Петербург, она часто виделась с нашей семьей, и между нами и ею были очень хорошие отношения. Блок не раз бывал у нее мальчиком в гимназические годы, а потом и студентом первых курсов. Она умерла, когда ему было лет 20. Была с ним всегда приветлива и дружелюбна, но не более. Встреча Блока с Владимиром Соловьевым, о которой он упоминает в статье «Рыцарь-монах», была на ее похоронах. Самой интересной из сестер Коваленских была младшая, Ольга. Она была среднего роста, с тонкой и гибкой фигурой, но главная прелесть ее была в лице. Смуглая, со свежим румянцем, оно было полно жизни и необычайно подвижно. Лучше всего были глаза. Не то зеленовато-серые, не то светло-карие. Они беспрестанно вспыхивали каким-то внезапным светом, зажигающимся изнутри. Черные брови ресницы еще оттеняли их мягкий блеск. Густые каштановые волосы лежали пышными волнами, обрамляя лоб завитками. Небрежная, но живописная прическа чрезвычайно шла к ее лицу. В ее улыбке было что-то русалочье, а во всем ее облике нечто цыганское. Женственная мягкость и сжигающая страстность — таковы были основные черты ее. Как нередко бывает у девушки с сильным темпераментом, она часто влюблялась и была очень кокетлива, до замужества. Предметы ее увлечений были ничтожны и вообще неподходящие, что было очень опасно при ее пылкости. Но мать ее своим удивительным тактом и мудрой дипломатией сумела отвести от нее все подводные рифы и мели. Уже значительно за 20 лет Ольга встретила Михаила Сергеевича Соловьева, сына историка и брата философа, за которого и вышла замуж в 27 лет. Ему было 20, он еще не кончил курса университета на филологическом факультете. Это был самый счастливый брак, какой мне случалось видеть на своем веку. Более подходящих друг другу супругов и лучших отношений я не встречала. Женились Соловьевы по взаимной страстной любви, без гроша денег. Кончив курс, Соловьев сделался учителем географии и истории. Жили они очень скромно, но своеобразно и содержательно. Ольга Михайловна была художница. Талант ее был невелик. Но небольшие картины ее отличались изяществом и законченностью. Все они были проникнуты мистицизмом. Она училась у нескольких художников, провела год в Италии, где тоже училась и изучала итальянское искусство. Но главным своим учителем она считала Поленова. Она очень любила его живопись и говорила, что его краски — это то же, что Фет. Для себя она писала немного, ей приходилось выколачивать деньги, для чего она писала небольшие картинки с незатейливыми сюжетами, которые продавала в эстампный магазин «Доциаро» и делала копии на заказ портретов
официальных лиц или царя. Ее любимцами в живописи были, во-первых, старые итальянцы и испанцы, а из более новых она особенно любила английских прерафаэлистов — Россетти, Берн Джонса и других. Она зарабатывала деньги также и литературой. Она переводила то английские романы, то пьесы Метерлинка. Она же перевела книгу Рескина «Сезам и лилии». Примечание. Рескин Джон. «Искусство и действительность». Перевод О. М. Соловьевой. Москва, 1900 год. Рескин Джон. «Сезам и лилии». Перевод Соловьевой. Москва, 1901 год. Обе книги сохранились в библиотеке Блока. Библиотека, выпуск 2, страницы 212-214. Далее упоминается статья Соловьевой «Элю Веддер». Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки, 1899 год, том 3, номер 8, страницы 136-137. Смотри также комментарии Гречишкина и Лаврова к письму Бекетовой Белому от 24 января 1931 года. Александр Блок. «Исследования и материалы». Ленинград, 1987 год, страница 259. Натура у нее была глубоко художественная, совершенно лишенная суетности, пошлости и буржуазности. Таков же был и муж ее. Они жили преимущественно духовными интересами. Особенно тонко понимали они стихи и живопись. Михаил Сергеевич во многом составлял контраст со своей женой. Во-первых, наружно. Он был блондин, с шапкой вьющихся белокурых волос и замечательными голубыми глазами. Тонкое лицо его с орлиным носом было худощаво и бледно. Голова несколько велика по его небольшой худощавой фигуре, но как-то не приходило в голову критиковать его наружность, настолько приятно было его лицо и так обаятельны были его манеры и ум. Жена его при всей своей пылкости была очень сдержана, целомудрена и отнюдь не болтлива. Михаил Сергеевич при мягкой манере отличался авторитетностью и твердостью без тени педантизма. При строгой принципиальности и, можно сказать, добродетели, он говорил, например, такие вещи: что приятно, то полезно. Это было сказано в семейном кругу, где были и дети. На слова его я возразила: но как же, Миша, а касторка? Ведь она же очень неприятна, а между тем полезна. На это он сказал мне шепотом на ухо, чтобы не подрывать авторитета старших перед детьми: она очень вредна. Он имел громадное влияние на жену и на сына. Последним он занимался больше, чем мать, которая была прежде всего супруга. От Мадонны в ней не было ничего, но, любя и сына, она любила мужа безумно и исключительно. Про Соловьевых можно сказать, что они были люди изысканные, но при всей обаятельности жены муж невольно играл первенствующую роль по свойствам своего характера. Он был не только интересный и оригинальный человек, но еще на редкость благожелательный. Будучи гораздо общительнее жены, он был также шире ее по своим интересам. Ее не интересовали ни общечеловеческие задачи, ни политика, ни государственность, тогда как все это было далеко не чуждо ее мужу. Ольга Михайловна, как и муж ее, интересовалась философией, и их точки зрения, соприкасаясь с религией, насколько я знаю, были сходны. Но это была отвлеченная сфера. Интересы практической жизни, реальной, были чужды Ольге Михайловне. Она старательно занималась домашним хозяйством и достигала очень хороших результатов, потому что это нужно было для мужа и для сына. Но я представляю себе, что это было ей очень тяжело. По характеру она была исключительно замкнута и скрытна. До замужества, особенно в ранней молодости, она была очень нелюдима. Выйдя замуж за Михаила Сергеевича, знакомство с которым добивались очень многие, она поневоле должна была войти в большой круг разнообразных людей, что было ей совсем непривычно. А между тем та атмосфера уюта, художественности и простоты, которая была наполовину создана ею, привлекала все больше и больше посетителей в маленькую квартиру Соловьевых, обставленную старой, даже ветхой мебелью, но украшенную большим количеством книг, художественных изданий, этюдов и прочим.
При безалаберности русской и, в частности, московской жизни, эти посетители звонили с утра и до вечера, мешая Соловьевым работать, иногда прям-таки жить. Пришлось назначить отдельные часы и дни для посещений, но это далеко не всегда избавляло от нашествия друзей и знакомых и в неприемные дни. Михаил Сергеевич очень уставал от этой жизни, но Ольге Михайловне это доставалось много труднее. Особенно удручали ее, правда, нечасто дамы. Не женщины, а именно дамы, так как разговаривать о пустяках, вести специально женский или светский разговор, она совсем не умела и почти заболевала от напряжения после всякого посещения такого рода. Должна сказать, что до ее замужества мы почти не знали Ольгу Михайловну. Был довольно долгий период, когда мы вообще разошлись с семьей Коваленских и мало с ними видались. Это случилось после одного года, проведенного нами в Дедове, когда их семья жила там и зиму, и лето. Не стану приводить здесь причин нашего охлаждения. Моя мать и Александра Григорьевна остались до конца жизни в натянутых отношениях. Впоследствии это сгладилось, но близости между ними не было. Между прочим, Александра Григорьевна ревновала своих детей к тете Лизе, которую они очень любили. Но в то время это не касалось Ольги. Она держалась особняком, дичилась, уходила в свои книги, живопись и романтические грезы, и была вообще существом загадочным и, как казалось тогда, несколько странным. Мы слыхали об ее увлечениях, о нервной болезни, близкой к психозу, которую она пережила, но, собственно, ее не знали. Наше сближение с ней началось, кажется, незадолго до ее замужества. Она почувствовала ко всем нам симпатию и особенно сблизилась с сестрой Александры Андреевны. Они больше всего сошлись в те годы, когда в Александре Андреевне совершился тот перелом, о котором я говорила в своей книге «Блок и его мать», то есть после ее второго брака. Ольга Михайловна почуяла в ней родственную душу, одинокую и метущуюся среди условий обыденной жизни. Между ними возникла деятельная переписка. Ольга Михайловна писала не длинные, но очень содержательные письма, в которых отразились все ее интересы, особенности их жизни и глубокая усталость от этой жизни, несмотря на счастливый брак и полное согласие с таким мужем, как Михаил Сергеевич. Между прочим, она была в вечной тревоге за его здоровье, действительно очень слабая. В заключение скажу, что Соловьевы любили всю нашу семью в целом и общий дух ее. Мы платили им тем же. В редких случаях, когда мы с ними видались, несколько дней, а иногда и часов в Петербурге, в Шахматове и в Дедове, это было для всех нас особо счастливым событием. В Москве, в их милой обстановке, была только наиболее подвижная сестра Катя, которая вынесла от этого посещения совсем особое впечатление чего-то исключительно привлекательного, приятного и интересного. Очень ярко запомнились мне Соловьевы, когда они приезжали к нам на несколько часов после свадьбы в Шахматове, в день моих именин, 22 июля старого стиля. По обыкновению, в этот день были гости с разных сторон. Жаркий день и чрезвычайно вкусный обед, поданный под липами, который завершился земляничным мороженым. Торопясь на поезд, Соловьевы ели это мороженое стоя. Ольга Михайловна была очаровательна в своем розовом батистовом платье, отделанном желтоватыми кружевами. Ее пышные темные волосы выбивались из-под кружевной шляпы, глаза сияли. Вся она была олицетворением счастливого оживления и казалась гораздо моложе своих лет. Тогда еще ее не коснулось то, что называется прозой жизни. Она была беззаботно счастлива. Но метущаяся душа ее была из тех, которые обречены на страдания. В ней были темные и загадочные глубины. В течение жизни она написала несколько небольших статеек с очень оригинальным содержанием. Одна из них, мое посещение Веддера, дает некоторое объяснение этой загадочности. Американский художник Веддер, талантливый представитель символизма в живописи, поселился в Риме. Ольга Михайловна, путешествуя по Италии вместе с мужем, пожелала видеть картины Веддера и при помощи своих американских знакомых добилась чести осмотреть его мастерскую. Впечатление от его картин, написанных на сюжет книги какого-то восточного поэта, было потрясающее. Веддер сказал, что он пишет эти картины по какому-то мучительному и непреодолимому влечению и считает, что это его проклятие. Картины эти немногим были понятны.
Когда же Ольга Михайловна, на лице которой очевидно отразилось то, что она чувствовала, спросила Веддера, почему же она понимает его картины, он ей ответил: «А может быть, и вы тоже прокляты?» Это и был, очевидно, тот проклятый мир, в котором томилась душа Ольги Михайловны. Я думаю, что Михаил Сергеевич пробовал вывести ее из этой темницы, но едва ли часто это ему удавалось, так как это было ее понимание мира, органически связанное с ее натурой. Мне остается сказать только о братьях Коваленских, Николая и Викторе. Михаил умер в молодых годах, когда я еще не могла его видеть. Оба брата не имели никакого отношения к Блоку, он виделся с ними редко и мимолетно, поэтому я скажу о них очень немного. Николай Михайлович был человек веселый и покладистый. Его невинные остроты и юмористические выходки были непосредственны и действительно очень смешны, но иногда впадали и в пошлость. Кончив курс в Московском университете, он пошел по судебной части. Долгое время он жил в Москве, служа в окружном суде. У него была та же склонность к живописи, как у сестры Ольги, с той только разницей, что она настойчиво развивала свои способности и достигла наибольшей степени того, что ей было дано от природы, а он учился только в самые молодые годы и, рано женившись, забросил уроки, но не живопись. Он всю жизнь рисовал пейзажи или этюды масляными красками или карандашом, но, разумеется, его работы носят характер дилетантизма, хотя, быть может, он был и талантливее сестры. В юные годы он даже снимался в бархатной блузе с палитрой в руках. Приехав к нам в Шахматово, он сделал карандашный набросок, срисовав нижнюю дорожку, где очень удачно передал игру теней и солнечных пятен. Ранняя женитьба по любви не принесла ему счастья, у него был сын и две дочери. К жене он охладел довольно скоро и много раз ей изменял. Кончилось тем, что уже в зрелых годах жена потребовала, чтобы муж оставил семью. Его родные, конечно, очень осуждали этот поступок, но люди беспристрастные, судившие дело по существу, должны были признать, что она совершенно права, и лучше было расстаться хотя бы и поздно, а не тянуть отношения, давно уже испорченные по вине мужа. Жена Николая Михайловича, Надежда Федоровна, талантливая пианистка, окончившая курс Московской консерватории по классу Николая Рубинштейна, расставшись с мужем, она завела музыкальную школу, которая дала ей возможность содержать себя и детей при известной помощи со стороны мужа. Виктор Михайлович был по образованию математик. Кончив курс в Московском университете, он получил через несколько лет кафедру приват-доцента, а после революции сделался профессором механики. Он любил свой предмет и был довольно хорошим лектором, а также давал уроки математики в нескольких учебных заведениях. Он довольно рано женился по склонности на девушке без всякого состояния, некоторое время учительствовал в провинции, а затем вернулся в родную Москву, где и умер не так давно. По характеру он был похож на отца, тоже бесконечная добродушие и неуклюжесть, та же чувственность и смирение. Мать и Наталья Михайловна предпочитали Николая Михайловича, но Соловьевы больше любили Виктора и Александру Михайловну. С последней они были особенно близки. С матерью и сестрой Натальи Михайловны Ольга Михайловна была далека. Соловьевы вообще держались несколько в стороне от остальных жителей Дедова и жили особняком в своем флигеле. Только Сережа любил проводить время с бабушкой, в чем ему никто не препятствовал. Глава 11. Окрестные деревни и крестьяне. Гудина. Гудина, как ближайшая к нам деревня, было нам наиболее знакомо. Мы знали всех его жителей наперечет. В деревне было домов 20 по одному порядку. Дорога туда шла все лугами или мимо пашен. Воду гудинцы брали из ручья, что было в конце деревни. Деревня сама по себе не была живописна, но виды из нее открывались широкие. У одной избы росла старая рябина, у другой — недурная старая липа. Самый хозяйственный и верный человек был Иван Сергеевич Налим. Это был человек среднего роста, коренастый, с лицом, напоминающим известный тип фламандских картин, некрасивых синдиков с правильными чертами, а широколицых бургомистров, умеющих наживать деньгу и копить добро. У Налима было двое детей — малозаметный Кузьма и дочка Груша, которая несколько лет жила у нас в услужении в Шахматове.
У нее было некрасивое, но очень живое и милое лицо с темными бровями и голубыми глазами. Ее хорошо выучила грамоте одна из купчих портновых, наша временная соседка по имению. Груша читала с толком и очень любила книги, отчего заметно развелась и стала лучше говорить. Живя у нас, она ничем не выделялась, но в дальнейшем приятно было видеть в ней хорошую перемену и с ней встречаться. Между прочим, она вышла замуж за того, кто ей полюбился, что редко бывало в те времена. Крестьянских девушек, как известно, выдавали, за кого находили нужным, по семейным расчетам. Замужем Груша была счастлива и с нами сохранила хорошие отношения. Между прочим, у нее был звонкий голос, и, живя у нас, она вечно пела песни, которые раздавались по всему двору. Пела она не лучше других баб, которые в Московской губернии поют ужасно, главным образом стараясь петь погромче. Они так и говорят, не петь песни, а кричать песни. Исключения редки. Я записала в свое время некоторые из Грушиных песен, но эти записи погибли в Шахматове. Кроме народных песен, пели в то время много романсов, взятых из песенников, «Отчего эта ночь так была хороша» и другие. Я более или менее запомнила один Грушин романс, который она пела, как всегда, без всякого выражения, повторяя две последние строфы каждого куплета. Вот слова в Грушином произношении. «Во сне, как ангел мне явился», многоточие, «блеснув, как молния, он скрылся, навек спокойствие решил». «Блеснув, как молния, он скрылся, навек спокойствие решил. Вернись, вернись, мой ненаглядный, вернись ко девице своей». И так далее. Роман скончается следующими, потешными, очевидно, переделанными словами. «Резвись, играй, моя Розетта, и не влюбляйся ни в кого. В твои лета любить опасно, и ты завянешь, как трава». Грушиному отцу Ивану Сергеевичу давались обыкновенно наиболее ответственные поручения, вроде посылок припасов тете Соне, которые он исполнял в точности. Он не способен был ни украсть, ни потерять порученное ему добро, не напиться дорогой, и все привозил в сохранности. Один из самых заметных гудинских мужиков был Егор Колобок, очень хороший работник, но горький пьяница, человек небольшого роста, коренастый и бледный. У него была красивая черноглазая жена Ольга и несколько дочерей. Егор Колобок отличался необычайной витиеватостью речи. По крайней мере, так разговаривал он с господами. Он беспрестанно употреблял такие слова, как «двестительно», «не выделяющих из обыкновенного» и так далее. К сожалению, я не помню ни одной его целой фразы такого рода. Но не могу забыть, что, объясняя моей матери, что не следует слишком жарко топить, он сказал ей: «Ваше пресходительство, ведь эдак можно посудины решиться». Налим умер довольно рано от какой-то тяжелой болезни у себя дома, а Колобок замерз в пьяном виде по дороге с Подсолнечной уже в последние годы нашего шахматного житья. Выделялся мужик Владимир Ястребов. Это был скорее цыганского типа, хорошо грамотный, он почитывал книжки, но от этого в голове его образовался изрядный сумбур. Он был краснобай, бахвал и страшный болтун, человек довольно беспутный и большой пьяница. Жена его, Александра, красивая, ловкая баба, с большими зелеными глазами, кажется, презирала мужа и махала рукой, когда он в ее присутствии начинал нести околесицу. Мужик Филипп отличался от своих односельчан только красивым лицом, почему-то чисто еврейского типа. У него была малозаметная жена и удивительно красивая дочка Поля, тоже смуглая брюнетка, но не похожая на отца. До замужества она была прелестна, но, выйдя замуж, скоро погрубела и потеряла свое очарование, как большинство русских крестьянок, теряющих свой первоначальный облик в тяжелой бабьей работе. В Гудине в наше время было несколько очень хорошеньких девушек. Другая красотка, тоже Поля, высокая, голубоглазая блондинка, происходила из семьи Платоновых. Родоначальник ее, дедушка Платон, был живописный высокий старик с великолепными белыми сединами. Сына его я не помню, жену тоже смутно. А ясно помню дочь его, Ольгу, и внучат, Полю и Ваню. Брюнета, тоже очень красивая, и в детстве, и ранней юности. Возмужав, он потерял красоту, но был строен, высок и веселого нрава. У него была миловидная и веселая жена Саша. Жили они недурно, но Иван изрядно пил. Помню, как он
в какой-то праздник пришел к нам в Шахматово и сильно навеселе плясал перед кухней. Семья Борисовых была нам хорошо знакома. Сначала старик-отец, а потом и сын его, успевший уже посидеть к концу нашего пребывания в Шахматове, часто у нас работали, возили на своих лошадях наши вещи на станцию и прочее. Но сами они ничем не выделялись, а гораздо интереснее были их двое воспитанников, так называемые Романыч и Ананьевна. Того и другую мы знали уже в зрелом их возрасте. Им посвящу я особую главу, а пока бегло вспомню других. Одна из самых бедных крестьянок в Гудине была вдова Агафья, уже не молодая в наше время, кругленькая бабенка с жалобными карими глазами и просительными интонациями. Ее очень обижали односельчане. Она зарабатывала себе на хлеб, чем могла, не гнушаясь ни сводничеством, ни воровством, ни попрошайничанием, но была очень усердная работница и имела нежное сердце. Она обожала своего сына Степу, из которого сделала хорошего мастерового, и при нас его женила. Умом она не взяла и отличалась какой-то особой наивностью. Тащила, что могла, а когда однажды мать моя попеняла ей за то, что застала ее за выламыванием досок из нашего забора, она преспокойно ответила: «А где ж мне взять-то?» Сколько я помню, изба ее служила одно время местом ночных попоек, оргии, тоже один из ее заработков. Несколько раз мы нанимали ее летом в судомойки, но ее вороватость и глупость заставили хозяйку заменить ее более ловкой, умной и честной Ананьевной. Совсем особое место занимали две семьи. Самый зажиточный из гудинских крестьян был Николай Дмитриевич, фамилии которого я не знаю. Он был московский мастеровой, шляпочник, служил в магазине известной мадам Вандрак и зарабатывал хорошие деньги. Он приезжал домой на лето для сельских работ и отдыха. Жена его, портниха и, кажется, бывшая дворовая Татьяна Ивановна, женщина рыхлая и несколько претенциозная, с гордостью говорила, что она никогда не знала крестьянской работы. Она шила за небольшую плату на своих односельчан, а иногда и на нас, и воспитывала одно время за хорошие деньги двух детей какого-то богатого фабриканта, кажется, француза. Потом она взяла себе воспитанницу, которую очень любила. Из этой Сани выросла разбитная красавица цыганского типа, которая часто бывала у нас в гостях и на поденщине, пела песни и сильно кокетничала с денщиками отчима Блока Франца Феликсовича. На зиму она уезжала в Москву, где служила в горничных. Татьяна Ивановна много рассказывала о том, как она ловка и как ею все довольны. Николай Дмитриевич был большой ходок по женской части и, между прочим, ухаживал за няней Саши Блока, так называемой няней Соней, но ухаживание было почтительное. Он был высокий блондин, сильного сложения, потерявший мужицкий облик. Лицо у него было неприятное и некрасивое, с налетом пошлости. Жена его, тоже истая мещанка, была симпатична своей сердечностью. Совершенно противоположный характер имела другая семья. Довольно было взглянуть на их полуразвалившуюся избу на дальнем краю деревни, чтобы понять, что они были очень бедны. Красивый рослый Федот и жена его, нежнолицая, хорошенькая Фиона, отличались тем, что, имея много детей, которые все оставались живы, не хотели работать. Федот время от времени нанимался каким-то помещицем. Фиона предпочитала попрошайничать, ничего не делать. Эта странная и очень согласная пара отличалась от всей деревни. Дети их были страшно бледные, но очень миловидные. В общем, можно сказать, что деревня Гудина, как и все деревни в нашем соседстве, была небогатая. Надел у крестьян был маленький, леса у них не было. Пьянство и косность мешали им выбиться из незавидной доли. Кроме того, дело портило близость Москвы. Только, бывало, начинает подрастать мальчик, его уже отдавали в Москву, в ученье. Все почти были картузники. В Москве парни баловались, часто приобретали дурную болезнь. Возможность все купить в Москве или даже на подсолнечной делала то, что крестьяне не разводили никаких овощей, кроме картофеля, капусты, гороха и лука. Даже морковь и репу они покупали. В наше время в деревне не было ни одного плуга и молотили цепами, как и у нас до самой смерти наших родителей. Грамотны были, конечно, только дети. Ближайшая школа от Гудина была за 5 верст, в Тараканове, или в другую сторону, в Семеновском, где было имение Шатловских.
Учили плохо. Дети читали без смысла и очень скоро забывали грамоту. Правда, малейшее поползновение расширить программу, ввести более интересное чтение или дать хотя бы элементарное понятие о географии и истории встречало противодействие со стороны властей. Духовенство не имело влияния. Разумный священник, пожелавший просветить и развить своих прихожан, конечно, тоже не встретил бы поощрения. Все они, за редкими исключениями, были пьяницы и занимались главным образом набиванием кармана. В плохих приходах они бедствовали, в хороших богатели. Не знаю, почему наша округа была особенно бедной, и ближайшие деревни все были мелкие. Богаче других было Тараканово. За 8 верст в соседстве Менделеевых деревни были гораздо больше и богаче. Не берусь решить, в чем тут дело. Весной мужики и бабы неизменно приходили встречать нас с приездом, приносили яйца и получали несколько рублей на водку. При этом мужики вели себя очень низкопоклонно, ведь со времени крепостного права прошло около 15 лет. Говорили, что мы их отцы, а они наши дети, низко кланялись и так далее. Бабы за всякую услугу или подачку неизменно бухались в ноги и целовали ручку. Отучить их от этого было невозможно. Среди мужиков бывали очень умные и толковые люди, с которыми приятно было поговорить. Особым остроумием и тонкостью отличался очень вороватый и плутоватый Яков Кривой. Один глаз у него был с бельмом. Пришлый мужик, записавшийся в гудинское общество, который облапошивал одно время и нас, живя у нас в работниках, а впоследствии нанялся в сторожа купцу Тябликову, последнему владельцу соседнего с нами имения. Отец Тябликов был богатый купец, имевший в Клину израсовую фабрику. У него было несколько сыновей, один из которых красивый, рослый, часто наезжал в имение отца во время сенокоса. Нагнав уйму баб, он угощал их вином и, присматривая за уборкой сена, веселился. Сено набивал он большой сарай, но, живя у Якова по целым неделям, давал ему за постой не больше 2 гривенного и жил совершенно по-свински. Он был холостой и очень не прочь был поухаживать за местными красавицами, но никому не удавалось его женить на себе. Что касается Якова Кривого, то ему жилось у Тябликова неплохо. Был у него домик, корова и лошадь. Не платя ему жалования, Тябликов дал ему право сеять на его земле сколько ему нужно для собственных потреб. Яков был уже стар, но еще крепок, когда поселился у Тябликовых. Жена его, тетка Степанида, известна была тем, что у нее особенно хорошая капуста, яйца, молоко и так далее. Но детей своих, которых было не меньше 13, она не сумела сберечь. Все умерли, неизвестно почему. Яков сеял рожь, овес и ячмень, сажал картофель и капусту, которую жена его усердно поливала из ручья. Яков зарабатывал кое-что с нас за разные услуги, вероятно, продавал часть своего урожая и поворовывал у Тябликова, но жил как бедный мужик, а деньги копил и прятал где-то в усадьбе. Когда мы спросили у него, почему он не положит их в банк, он с хитрым видом, прищуривая здоровый глаз, ответил: «Зачем же солдат мучить?» Про какую-то несчастную клячу он сказал: «Да это что ж за лошадь? На ней только дым возить». Яков был высок, худощав и черноволос. У него был прямой нос и маленькая бородка клинышком. Он особенно хорошо косил и был вообще прекрасный работник. Делал он все не торопясь, всегда был спокоен и не обращал никакого внимания на то, когда его упрекали в каком-нибудь плутовстве, а, впрочем, не возражал. У него, что называется, брань на вороту не висла, но у нас в семье и не принято было браниться. А Якова любили за остроумие. Отец, неизвестно почему, называл его Жакоб Фидель, Яков Верный. Шеплякова. С балкона и из комнаты отца видна была еще одна деревня, отстоявшая от Шахматова не далее, как за 1,5-2 версты. Это было Шеплякова. Оно стояло у края высокого холма. От нас видно было несколько изб и крутая дорога в гору с 2-3 плохими елками по бокам. Эта гора начиналась сейчас за ручьем, протекавшим под горой, на которой стояла соседняя с нами усадьба чья-то и ничья. Шепляковский холм возвышался над всей нашей местностью.
Подъем в гору был длинный и трудный. Деревня стояла как-то нескладно над обрывом, была особенно бедная и состояла всего из нескольких изб. Шеплюковские мужики, в противоположность малорослым и корявым гудинским жителям, были высокие, с правильными, благообразными лицами и светло-русыми бородами. Они казались очень степенными, но это было обманчиво. Они были отчаянные пьяницы, как, впрочем, и большинство наших соседей, доказательством чего было то, что, купив у нашего соседа через крестьянский банк очень нужный им лук, в течение многих лет ни разу не внесли процентов, вследствие чего лук этот вновь отошел к помещику. Шеплюковские бабы были не так красивы, но зато гораздо хозяйственнее. Они много работали и не пьянствовали, как их мужья. В наше время была хорошо известна шеплюковская Анна, женщина лет 50, с очень умным и оригинальным лицом, несколько схожая с покойной Калмыковой, но приятнее. Примечание. Александра Михайловна Калмыкова, рожденная Чернова, 1849-1926, деятельница в области народного образования. Она была интересна тем, что подняла целую семью своими трудами, так как муж ее, человек ужасного нрава, чуть ли не разбойник, пропал без вести или на каторге, я не помню точно. Анна искренне радовалась тому, что избавилась от этого супостата и бодро работала на своих детей. Она бывала у нас на поденщине и приносила грибы и ягоды. Но чаще всех бывала у нас шеплюковская Катерина, некрасивая, но очень кокетливая и ловкая баба, полувдова, жена сумасшедшего мужа. Она то и дело работала у нас в огороде или в поле. Ананьевна и Романыч. Ананьевна и Романыч, как их все называли, были воспитанники одной и той же семьи Борисовых, то есть взятые из воспитательского дома дети, на содержание которых получали несколько рублей. Этим шпитатам, как говорили тогда в Московской губернии, давали отчество их крестного отца. Ананьевну звали Дарьей, а как звали Романыча, не помню. Держали их у Борисовых в черном теле, особенно Романыча, который пропивал обыкновенно свой заработок. Моя прислуга Аннушка сама видела, как ему ставили еду на пол у порога, как кошке. С Ананьевной этого не делали, потому что она была добытчица. Она тоже любила выпить, но умела беречь деньги и копить добро. Романыч был богатырь, высокий, широкоплечий, смуглый, с копной вьющихся черных волос. Один глаз у него был страшного вида, весь в кровавых жилках, с бельмом, это очень портило его лицо, но добродушнейшая улыбка смягчала тяжелое впечатление от глаза. Ходил Романыч всегда в красной кумачевой рубашке, что шло к его полуцыганскому типу. Он был человек добрый и кроткий, он никогда не ругался и долю свою терпел безропотно. Ему вообще не везло, между прочим, от него убежала жена. У нас он жил по целым годам, уходил внезапно, вероятно, чтобы пропить, что заработал, так как имущества у него никакого не было даже в зрелые годы. И мы, и прислуга наша его любили. Работал он великолепно, обладал огромной физической силой. Но вот и все, что я могу сказать про Романыча. Другое дело Ананьевна. Эта маленькая женщина незаметной наружности, всегда аккуратно одетая и гладко причесанная, ходила в темных юбках и кофтах с платком, завязанным под подбородком. У нее были маленькие серые глазки и некрасивое лицо, казавшееся старше ее лет. Но это была женщина очень умная и своеобразная. Про нее ходила дурная слава. Говорили, что она ушла от мужа и поступила в веселый дом, где заразилась дурной болезнью. Когда моя мать стала брать ее на работу, она ничего этого не знала. Если она и была больна сифилисом, то, очевидно, она вылечилась от этой болезни. У нее остался только хриплый голос, а от прежней жизни привычка ежедневно пить водку. Пила она умеренно, напивалась только по праздникам, причем вела себя смирно, но без водки жить не могла. Она была очень болтлива, охотно, хотя и негромко пела и плясала, последнее только изредка. В Шахматове она работала в саду и на ягодниках, и, кроме того, была судомойкой, что при поздних обедах и громадном количестве употребляемой нами посуды очень облегчало кухарку, у которой после обеда, подаваемого к 6 часам, не было бы и свободного вечера. В противоположность Романычу, который вел себя очень независимо, Ананьевна старалась подслуживаться не только господам, но и кухарке,
надеясь получить от нее лишний кусок. Обедала она летом вместе с нашей прислугой, страшно ценя воскресные пироги и другую вкусную снеть. Нашего приезда она ждала с нетерпением. Последние годы она жила у нас и зимою за 4 рубля в месяц на наших харчах. Как только сходил снег, она начинала чистить сад, убирала опавший лист, скребла скребком дорожки и посыпала их песком, который привозил из-под сада работник. К нашему приезду все это было сделано и, кроме того, разрыхлены и выполоты цветники для летников и те, в которых были розы и пионы. Иногда она чересчур усердствовала и портила форму цветника, но, в общем, работала хорошо. Летом ей было меньше работы в саду, только иногда подчищала она дорожки. В цветниках мы работали сами, но особенно она полола ягодные гряды и обкладывала каждый кустик навозом. Работая, она все время пела себе под нос, по этому бормотанию всегда можно было узнать, где она. Она была ужасно рада, когда кто-нибудь из нас оказывался на ее пути, немедленно вступала в разговор, и тут болтовне ее не было конца. У нее были вполне крепостные понятия. Она прекрасно помнила время барщины, а когда произошла революция, не верила, что крестьяне перестанут работать на помещиков. «Всегда мы будем на вас работать», — говорила она. Господам она чувствовала большое почтение. В ее представлении все у них было грандиозно и нарядно, и рисовалось сообразно этим понятиям. Так она рассказывала, что сестра наша, Екатерина Андреевна, ходила в белом платье, чего никогда не было, а когда побывала в имении сестры Софьи Андреевны, Сафонове, где был большой красивый дом очень барского вида, ей представилось, что внутренняя лестница там покрыта красным сукном. Мать наша очень ее любила за усердие в работе, понятливость и своеобразные разговоры. У Ананьевны были живописные выражения. Про красные цветы она говорила: «Вот когда цветы-то вспыхнут...» Когда кто-нибудь сердился или ворчал, она говорила: «Вот как начнет шуметь...» «Вот шумит, вот шумит!» Про меня она говорила, что я желанная. Это значило что-то вроде «милая». Живя у нас и получая из года в год подарки, Ананьевна не только приоделась, но и справила себе все, что нужно для погребения, и скопила приданое для нежно любимой ею Маньки Борисовой, тоже воспитанницы, которая выросла на ее глазах в этой семье. К сожалению, я не помню тех песен, которые пела Ананьевна. Слышала от других про одну из них, едва ли общеизвестную. Там есть такие строки: «Питер женится, Москва замуж идет, а клин хлопочет, в поезжан ехать не хочет». Когда Ананьевне пришлось жить зимой с латышами, она была очень недовольна. Все было у них не так, как она привыкла. Говорили они по-своему, а по-русски очень плохо. Она пресерьезно рассказывала: по-нашему — полка, а по-ихнему — палка. Она на них не жаловалась, а только скучно ей было с ними. Осинки и Тараканова. Деревня Осинки, земля которой примыкала к нашей, была от нас дальше Гудина, и дорога туда была менее удобна, и потому, хотя осиновские крестьяне часто работали у нас и вообще имели с нами дело, мы знали их меньше гудинских. Эта крошечная и бедная деревенька, кажется, в 7 дворов, лежала совсем близко от Тараканова, деревни более зажиточной и живописной. Об Осинках я могу сказать только то, что, в противоположность Гудину, у тамошних крестьян был хороший лес. Они могли бы жить хорошо, если бы не близость Казенки, которая была под боком в Тараканове. Про многих осиновских баб ходила дурная слава. Говорили, что они очень развратны. Я помню, однако, очень миловидную белокурую Фросю с большими голубыми глазами, которая еще девушкой жила у нас одно время в горничных и на наших глазах вышла замуж за своего односельчанина Петра. Он тоже жил у нас одно лето в работниках, что было незадолго до женитьбы Блока, который с ним подружился и ездил с ним вместе верхом и в телеге в Баблово. Вообще, я мало знаю об этой заурядной деревне, а потому перейду к описанию более интересного Тараканова, куда мы часто ходили гулять. Путь в Тараканово шел сначала по подсолнечной дороге до колодца. Дальше можно было пройти, свернув направо, в осиновый лес, и, пройдя вверх по осиновой лесной дорожке, спуститься пониже вниз к Осинкам, а оттуда
свернуть влево на большую дорогу. Чаще ходили более легким путем, через Толченовское поле, мимо перекрестка, где всегда останавливались посидеть и полюбоваться на живописный беспорядок, в котором разбросаны были избы небольшой деревеньки Фоминская. От перекрестка сворачивали направо, и, минуя осинки и разные участки леса, подступавшие к дороге, подходили к деревне Тараканово, в конце которой была барская усадьба, совершенно заброшенная, но очень живописная. Сама деревня была по нашим местам довольно большая и одна из зажиточных, несмотря на кабак, превращенный позднее в винную монополию, где торговал уже не кабачик, а винополец. Деревня была вытянута в два порядка изб, которые были обстоятельного вида, крепкие, прямые, некоторые даже с дранковой крышей. В конце деревни, немного поодаль, виднелся небольшой, но очень глубокий пруд, по берегам которого росло несколько старых берез. Его особенность состояла в том, что он был выше уровня той местности, которая была дальше за ним. На берегу пруда со стороны противоположной деревни стоял барский дом, а справа подходил к нему сад. Дом был красив, большой ящик под ржавой железной крышей красного цвета. Балкон, выходивший в пруд, был снят, окна наполовину заколочены. В саду были заросшие дорожки, лужайка с кустами шиповника и одичалой сирени. Аллея из старых берез шла по краю обрыва того холма, на котором расположена была усадьба. За домом среди лужайки стояла белая каменная церковь с зеленой крышей, около которой среди кустов и группы лип виднелось несколько заброшенных могил с покосившимися крестами. Церковь была довольно большая и старая, необычайной для наших мест архитектуры. Внутри были старинные образа и лепные украшения, несвойственные православным храмам. По словам старожилов, церковь строил капитан Тараканов, который жил при Екатерине II. Это та самая церковь, в которой венчался в 1903 году Александр Блок. Теперь, по слухам, она уже обречена на слом. В наше время около церкви была некрасивая деревенская колокольня, совершенно не соответствующая стилю главного здания. Прежняя сгорела от молнии. Таракановская усадьба сама по себе была интересна только тем ароматом поэзии, который всегда сопровождает старину и заброшенные места. Березы заглохшего сада сильно разрослись, сквозь щели в ставнях окон поблескивала старая мебель. Можно было сколько угодно фантазировать над тем, кто гулял здесь когда-то в платьях старинного покроя и что вообще могло здесь происходить. Белая церковь была очень интересна, но лучше всего была местность за барской усадьбой. Под зеленым холмом за церковью шла дорога, обсаженная старыми липами и ивами. С другой стороны холма, где по краю шла березовая аллея, спуск был крутой и обрывистый. Внизу протекала река Лутосня, которая извивалась в зеленых берегах между деревьями и лугами. Она огибала холм и с другой стороны и текла влево от Тараканова к имению Дубровки и дальше. В одном месте на запруде стояла мельница. За этим местом река разливалась по лугу вдоль дороги чуть заметной, прерывистой мелкой струей, а, пройдя луг, становилась более полноводной и, огибая крутой спуск холма, шла дальше, вправо, в сторону Шахматова. Не доходя до обрыва, через реку был перекинут широкий деревянный мост с перилами. К нему и подходила дорога, обсаженная деревьями. За мостом дорога шла уже в гору, поднимаясь довольно круто и очень неровно. Ехать здесь было сущее мучение, но вид был хорош. По другую сторону дороги за белой церковью, отделяемой большим лугом, поднимался высокий зеленый холм, наверху которого среди густой зелени виднелась сельская церковь, большое длинное здание с остроконечной колокольней, пестро расписанное в красный и синий цвет. Все это было грубо, но очень эффектно. Левее мельницы в конце села была лавка купца Старикова. Среди деревни была, помнится, еще одна лавка. Мы с сестрами только раз были в Таракановской церкви во время обедни. Родители, кажется, и совсем туда не заглядывали. Да и все мы были не настолько богомольны, чтобы
перетерпеть ужасное служение нашего приходского попа и всего его причта. Раз в год, в Ильин день, 20 июля старого стиля, в наш приходский праздник мы приглашали священника с причтом, который, обходя соседние деревни, заходил и к нам, причем служил молебен перед иконой Ильи Пророка и оставался для угощения вместе с диаконом. После закуски с вином и водкой, пирога и чая с вареньем поп получал обычную мзду и отправлялся дальше в своей тележке на одной лошади, а за ним виднелась на гудинской дороге пестрая толпа таракановских девок и баб в праздничных платьях. Тут же шли, конечно, и мужики. За трапезой мои родители изо всех сил старались занимать священника разговором и усиленно угощали его и диакона. Дьячка, псаломщика и просвирню угощали особо в девичьей комнате. Диакон был скромный рыжий человек, совершенно безобидного нрава, но священник был очень заметен в отрицательном смысле. Необыкновенно грубое лицо его было, что называется, помелом писано. Черные непокорные волосы, тоже черные, необычайно толстые изогнутые брови, приплюснутый нос и вывороченные губы. Он был горький пьяница и, вероятно, неистово скучал в своем захолустье, так как, к удивлению, не имел детей. Драл буквально с живого и мертвого. Про него рассказывали, что он не соглашался хоронить покойника, если ему не приносили каких-нибудь припасов, и, помахивая куском пирога, говорил: «А что ж, покойник голый, что ли, пойдет?» Это означало, что надо принести или платок, или холста. За наше нерадение по части хождения в церковь он впоследствии нас таки наказал. Когда скончался в Шахматове отец, священника на силу уломали служить панихиду. Он говорил, что не знает, какого вероисповедания был господин Бекетов, так как никогда не видал его в церкви. Но мы послали за ним лошадей и так хорошо угостили и заплатили, что он остался доволен и перестал сопротивляться. Но впоследствии опять вышла история со свадьбой Блока. Священник долго не соглашался венчать его, уверяя, что, наверное, тут есть какая-нибудь неправильность. «А может быть, они родственники?» — говорил он. На силу уладили это дело. К молебну в Ильин день ставили в угол под большую старинную икону Божьей Матери, которой благословляли к венцу нашу мать, небольшой стол, накрытый белой скатертью, с миской воды и крапильницей из липовых веток. На стол ставилась приносимая причтом икона Ильи Пророка. И после обычных приветствий начиналось служение. Священник служил молебен дико и безобразно, с преувеличенными возгласами, когда доходило дело до поминания особ царствующего дома. Его интонации были до такой степени грубо-комичны и несоответственны благолепию, что трудно было удержаться от смеха во время его служения. Один из моих родственников, присутствовавший раз на молебне, боясь расхохотаться, ушел в соседнюю комнату и выскочил в окно. Кончил этот священник плохо. Он допился до того, что уронил во время службы чашу с дарами, за что его могли расстричь и сослать в Сибирь. Он отделался тем, что дал взятку знакомому благочинному, который замял это дело. Вскоре после этого случая он и умер. Надо сказать правду, что такого попа я видала первый раз в жизни. Нам особенно не повезло в этом отношении. Тот священник, который поступил на его место, был гораздо развитее и благообразнее, но зато начал с того, что стал просить у нас денег, чего старый никогда не делал, и вскоре прекрасно устроился, служа агентом в страховом обществе. Помимо этого, он был очень приятный человек, брал у нас книги, которые возвращал в сохранности, цитировал Чехова и мило разговаривал. Пожалуй, дикий поп был не хуже, если не лучше ловкого молодого. Он был искреннее и безыскуственнее. А, впрочем, я не знаю его отношения с крестьянами, а потому предоставляю судить обоих попов читателю. Глава 12. Шахматовское хозяйство, отец в деревне, наши отношения с крестьянами. Все заботы по шахматовскому хозяйству, включая сюда огород, скотный двор, сельские работы и так далее, лежали на матери. Отец совсем не входил в эти дела. Если кто-нибудь из соседних крестьян, придя по делу, обращался к нему как к хозяину имения, он отмахивался от них и говорил: «Обратитесь к барыне, я здесь отдыхаю». Должно быть, мужики очень удивлялись.
Во-первых, хозяин не желает знать ничего о своем хозяйстве. Во-вторых, по их понятиям, ему нечего было и отдыхать. Они думали, что барину только и дело, что отдыхать. И, конечно, не знали, что Бекетов занимается наукой, читает лекции, заседает в университетском совете и различных ученых обществах, пишет книги и прочее. От всего этого он, конечно, имел полное право отдохнуть летом, но все же такое полное отсутствие интереса к собственному хозяйству могло удивить не только крестьян, но таков был отец. Его летний отдых состоял главным образом в прогулках. Дома он читал газеты и журналы, определял принесенные из лесу и лугов растения и на основании своих наблюдений работал над научными статьями. В сколько-нибудь сносную погоду он уходил гулять или один, или в обществе дочерей. Особенно любил он гулять в жару. С утра уже выходил он, облеченный в летний костюм, парусиновый пиджак, жилет и брюки. За утренним чаем обсуждалось, куда пойти гулять. До завтрака можно погулять в Праслове, после завтрака пойти подальше. Собрались, например, в Праслово. Отец надевал на свои пышные седины желтую соломенную шляпу с черной лентой, вывезенную еще в 60-х годах из Италии, вешал через плечо зеленую бюксу, то есть жестянку для растений, с широкой зеленой тесьмой, и брал палку. Мать и бабушка по обыкновению остаются дома, а мы четверо идем с папочкой. В зеленую бюксу отец кладет по дороге какие-то цветы и травы, а мы собираем пучки желтых купальниц, перистый папоротник, грушовку, смотря по тому, что цветет в данное время. Из всего этого составляем дома букет. Приходили часто с опозданием, но веселые и довольные. Мать тем временем занималась хозяйством. Проведя в деревне с 5 до 19 лет, она, конечно, знала элементы мужицкого хозяйства и вела наше по точному его образцу, не мудрствуя лукаво и даже не пробуя заводить никаких новшеств. Я говорю, разумеется, о сельском хозяйстве. Обыкновенная трехполка, то есть рожь яровая и озимая, овес и пар, потом вели клевер. Вот все, что было в Шахматове. Сажали еще картофель, даже плуг завели не сразу. Из машин была только веялка. Пашни обрабатывали обыкновенно свои работники, которых было обыкновенно 2. На баранбу брали какую-нибудь бабу. На сенокос нанимали крестьян одной из соседних деревень, чаще всего гудинских. Часть работы производилась за плату, часть — исполу или за известное число вазов сухостоя, вывозимого из лесу. Иногда крестьяне брались делать для нас по уговору какую-нибудь работу. Относительно сухостоя договаривались с гудинскими, у которых совсем не было лесу, почему они и воровали то казенный лес, а то наш или другой, соседский. Иногда их ловили с поличным наши работники, но после долгих разговоров и униженных просьб проворовавшегося всегда отпускали с миром. Мои родители никогда не брали с крестьян штрафов и никогда с ними не судились. Отношение отца к порубкам было поистине замечательно. С ним произошло 2 характерных случая. Один раз он, гуляя в лесу соседа Зарайского, увидел, как зять помещика бьет какого-то мужика, которого он поймал с поличным в лесу своего тестя. Отец возмутился, вскипел гневом и, не разобрав, с кем имеет дело, обратился к будущему помещику на «ты». «Оставь его, я знаю этого мужика». Мужик был действительно знакомый, но едва ли это могло служить в его оправдании для человека, яростно защищавшего свое добро. Однако скромный сельский учитель, каким был тогда будущий владелец имения Зарайского, не посмел ослушаться действительного статского советника и профессора Бекетова. Он действительно оставил мужика, отобрав у него только свою березу. В другой раз отец встретил того же мужика, несшего из нашего леса другую березу. Тогда он предложил старику: «Дай я тебе помогу», и взвалил березу себе на плечо. Так рассказывали соседние крестьяне. Быть может, это была только легенда, сложная крестьянами про доброго и простого барина. Отец об этом случае не сообщал. Мать наша хозяйничала особым способом. Она вставала рано, иногда в 5 часов утра, но вовсе не для того, чтобы идти смотреть, как доят коров, или вообще присматривать за хозяйством. Она гуляла по саду, занималась каким-нибудь рукодельем, читала, раскладывала пасьянс,
а в более поздние годы переводила. За всеми надобностями и распоряжениями по хозяйству подходили к ней под окно. Вот идет скотница, бабушка Катерина, высокая старуха с длинным, маловыразительным лицом, довольно-таки бестолковая в разговоре, но знавшая свое дело. С ней толковалось о цыплятах, о курах, о коровах, кого зарезать, кого продать, сколько корма купить и так далее. Мать в совершенстве изображала в лицах бабушку Катерину и морила нас со смеху, подражая ее бессвязному и тягучему говору. Но это было дело чисто литературное или, если хотите, театральное, так как кур и цыплят бабушка Катерина точно кормила и берегла, но с молоком было что-то сомнительное. У нас было всегда 4 дойных коровы-холмогорки, корм был прекрасный, но выходило так, что масло для кухни мы всегда покупали у баб, оно было очень плохое и грязноватое, так как крестьяне Московской губернии, по крайней мере в наших местах, не имели понятия о том, как делать хорошее чухонское масло. Они сбивали его, не отжимая, о сепараторах же не было тогда и помину. Русское масло бывало часто и хорошее. Сливочное масло к столу била обыкновенно сестра Катя, сначала просто в бутылке, а потом в стеклянной маслобойке с металлическими лопастями. Молока мы пили мало до рождения Саши Блока и 2 его двоюродных братьев. Правда, на кухню требовалось много сметаны и сливок, но все же могло бы хватить и на масло, хотя бы отчасти. Но такое положение вещей никого не удивляло и считалось вполне законным. В деревне мы проводили самые большие 4 месяца, остальные 8 Шахматова было в полном распоряжении работников, скотницы и пастуха, остававшегося частенько и зимой на нашем иждивении. При таком ведении хозяйства неудивительно было, что нас обкрадывали, и, как когда-то сказал молодой Блок, у нас образовалась династия проворингов. Но это мало трогало наших родителей. Во-первых, они были большие философы, а во-вторых, считали, что иначе и быть не может в помещичьем хозяйстве. Мать толковала с работниками о пашне, о сенокосе и других очередных делах. Она же платила им жалование и договаривалась с теми, кого нанимала. Надо сказать правду, что при бабушке Катерине и втором работнике Гавриле, о котором я упоминала, наши корова и лошадь были в очень хорошем виде. Гаврила был маленький и очень неказистый мужичонка среднего возраста со всклокоченными волосами и бородой и добрыми голубыми глазами. Он отличался тем, что особенно любил животных и потому всегда хорошо их кормил, вовремя поил и вообще не обижал. В разговорах он был бестолков, характера тихого, но в праздники, когда случалось ему напиться, он много раз являлся к матери за расчетом и хорохорился. Мать спокойно отвечала на его бессвязную и грубую болтовню. «Поди проспись». Что он и делал. А на другой день, рано утром, как ни в чем не бывало, кормил скотину и вообще делал свое дело. Он жил у нас долго. Почему и когда ушел, я забыла. Помню его, между прочим, в саду, куда приходил он с большим кошелем за спиной косить траву для лошадей. Причем на плече у него сидел серый кот, обитавший на скотном дворе. Отец называл его Лирик. Мать относилась к нему добродушно, но неуважительно. Он был не в ее духе и великолепно изображала в лицах его нехитрые разговоры и безобидные пьяные бунты, которые начинались обычной фразой «Ваше превосходительство! Пожалуйте расчет, а жить я больше не буду». Должна сказать, что у нас не было ни большой близости, ни особого интереса к крестьянам. Отношения были чисто деловые. Мы нанимали их на работу, платя по ходячим ценам, которые в 70-х годах были очень низкие. Мужик получал в день за пашню, кажется, со своей лошадью, этого хорошо не помню, не больше рубля, так как, судя по записям 1912 года, когда цены были значительно выше, за пашню с лошадью мы платили 1,40 рубля в день. Возможно, что в 70-х годах платили и меньше рубля. Косу платили не более 50 копеек, в 1912 году 70 копеек, бабе за уборку сена 25 копеек, мальчику-подростку 15 копеек. Поденщики брали много. Смотрела за ними первые годы няня Платонида Ивановна, о которой я упоминала. Когда ее поместили в петербургскую богадельню, надсмотр был поручен старшему работнику.
Мать никогда не присутствовала при работах. Она смотрела только за огородом и ягодниками, сама сеяла овощи, учила, как это делать и так далее. Тоже и с клубникой, которую она развела, руководствуясь книгой какого-то немецкого садовника, переведенной на русский язык. Только осенью, во время молодьбы, она, пока была в силах, смотрела за работой, считала и записывала число четвертей ржи и овса, и смотрела, как ссыпали то и другое в амбар, об этом есть несколько строк у Блока, в «Возмездии». До самой смерти родителей молотили у нас цепами. Это делали всегда пришлые рязанцы, народ очень ловкий и симпатичный. Наши же, гудинцы, топили овин и сушили снопы. Сноска. В Рязанской губернии не приходилось сушить снопы, и потому рязанцы были непривычны к этому делу. Снопы, привезенные с поля, сейчас же складывали в красивые адонья, так называются те высокие стога, в которые укладывают снопы. На таку кладут большой круг снопов колосьями внутрь. Следующий круг кладется уже, и так далее, доверху, который увенчивается одним снопом, поставленным вверх соломой. Рязанцы всегда приходили в Московскую губернию ко времени молотьбы. Была у нас веялка, не первосортная, но все же она просеивала и сортировала хлебные зерна лучше, чем это делалось у крестьян на ветру. Рязанцы были другого типа, чем москвичи. Высокие люди, по большей части брюнеты, с правильными чертами и, как мне кажется, хитрее, чем московские мужики. Обхождение моих родителей и всей нашей семьи с крестьянами было приветливое, но, конечно, на «ты». Мать очень охотно разговаривала с бабами об их домашних делах и постоянно лечила баб и детей. У нас в домашней аптечке были разные снадобья, вроде касторки, хины, ромашки, мятного масла от зубной боли и прочее. В подсолнечной аптеке можно было достать очень многое, а кое-что мы привозили из города. Мы с сестрой Александрой Андреевной, еще девочками, помогали матери в ее заботах о лечении крестьян, но старшие сестры, помнится, этим не занимались. Одно время я вздумала учить грамоте гудинских ребятишек. Набралось человек 10 мальчиков и девочек. Они охотно ходили и кое-чему у меня научились. Больше всего, однако, нравилось им сидеть в барской комнате, столовой или гостиной. Они, конечно, шалили, но ничего злостного себе не позволяли. Я была плохая, но терпеливая учительница и в короткое время заслужила любовь моих учеников. По уходе их я находила на подоконниках надписи каракулями «Мила Марья Андреевна». Это писал, вероятно, по поручению других тот мальчик, который учился в сельской школе и приходил только из любопытства, чтобы пошалить. Учила я по толстовской азбуке, но это продолжалось не более 3 лет, считая, конечно, только летнее время. Из дома мы перекочевали сначала в сад, потом в Ригу. Сестра Катя изгнала нас из дому, боясь проказ и грязи ребят. В Риге было темно, а потом я заболела и бросила эту затею, но дети, которые у меня учились, даже взрослыми людьми, относились ко мне иначе, чем к остальным моим сестрам, и особенно приветливо со мной здоровались. Как мало, значит, было нужно для того, чтобы привязать к себе этих милых ребят. Кто часто их видел, тот, знаю я, любит крестьянских детей. Некрасов. Эта кратковременная школа была единственным действенным проявлением моей любви к крестьянам. Денег у меня тогда было очень мало, так что помогать им существенно я не могла, но помню, что у меня было живое чувство вины перед ними. Никогда не забуду, как однажды мы обедали на балконе в хороший летний день. Это было во время сенокоса, весь сад был скошен, и пришли мужики и бабы убирать сено совсем близко от нас. Я испытала в эту минуту чувство жгучего стыда за наш обильный и вкусный стол, прислугу и всю нашу обстановку, которая была, конечно, очень роскошна по сравнению с нищенским и серым обиходом крестьян. Эти люди, целый день работавшие на нас за гроши, считали нас, разумеется, богачами, да сравнительно с их достатком наша скромная, по понятиям нашего круга жизни, была, конечно, очень богатой. Время от времени наша семья помогала крестьянам, например, покупкой коровы в особенно бедную семью, но это случалось нечасто. Мать шила бесчисленные покрышки на лоскутное одеяло для деревенских невест и раздавала свои капоты, которые часто снимала прямо с себя. С некоторого времени установился обычай
привозить из города подарки работникам, скотнице и Ананьевне, остававшейся у нас на зиму, но первые годы, кажется, этого не делали. Правда, в то время денег на семью шло гораздо больше, так как на руках было 4 незамужние дочери, а жили в Шахматове широко, держали много прислуги и беспрестанно приезжали гости, не говоря уже о бабушке Александре Николаевне, которая жила в Шахматове в те годы каждое лето. Мать наша стала зарабатывать деньги только с 1890 года, когда получила постоянную работу в журнале «Вестник иностранной литературы», что случилось через 15 лет после покупки Шахматова. В это время мы жили уже на частных квартирах, так как отец с 1885 года вышел из ректоров. Шахматова было уже заложено, и мать наша, получавшая за свои переводы не менее 1000 рублей в год, много денег тратила на Шахматова. Сестра Екатерина Андреевна, которая в 80-х годах зарабатывала порядочные деньги литературным трудом, тоже время от времени оплачивала на свой счет какую-нибудь затею. То наймет на лето садовника, то наймет нескольких крестьян чистить сад, вырубать сухие ветки и деревья, то подарит хорошее платье деревенской невесте, но все это носило случайный характер. Вот, кажется, все, что можно сказать о наших отношениях с крестьянами.